Яттеджасан рипаширун грим ахан маккартам. Яттеджасан рипаширун грим ахан маккартам. Арьонну джастава гаджюта сатва вирьяхам. Арьонну джастава гаджюта сатва вирьяхам. Тинахрита праматта надха маккая бхупам. Тинахрита праматта надха маккая бхупам. Янмучитаста данья анаян балим адварете. Янмучитаста данья. Яд чьей? Теджаса силы. Силы. Нрипашира Анкрим. Тот, к чьим стопам склонялись головы многих царей. Аган убит. Макхартхам для жертвоприношения. Ариахам достойный. Ануджаха, младший брат, Тава, твой, Гаджа Аюта, 10 000 слонов, Сатва Вирьяха, мощь, Тена, им, Ахритаха, собранные, Прамадха Нанта, владыки духов Махабхайвари. Маккая для жертвоприношения. Бупага цари. Ятмочитага, кем они были освобождены. Тат Аньян, все они принесли. Балим налоги. Адваре подарили. Тебе. Перевод стиха. По его милости, твой уважаемый младший брат, обладающий силой 10 000 слонов, убил Джарасандху, стопом которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасандха привел, чтобы принести их в жертву на своей махабхайрава-яге. Но твой брат освободил их. Позже они принесли дань твоему величеству. По его милости, твой уважаемый младший брат, обладающий силой 10 000 слонов, убил Джарасандху, стопам которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасандха привел, чтобы принести их в жертву на своей махабхайрава-яге. Но твой брат освободил их. Позже они принесли дань твоему величеству. Комментарии его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Джарасандха был очень могущественным царем Макхади. И история его рождения, деятельности также очень интересна. Его отец, царь Хадратха, тоже был могущественным и преуспевающим царем Магадхи. Но у него не было сына, хотя он и был женат на 2 дочерях царя Каши. Ни одна из цариц не могла родить ему сына, и, отчаявшись, царь удалился с ними в лес, чтобы наложить на себя эпитимии. В лесу он получил благословение от одного великого риши, сказавшего, что у него родится сын, и давшего ему плод манго, который должны были съесть царицы. Съев его, они очень скоро забеременели. Царь обрадовался, что у цариц будут дети. Но когда пришло время, они родили по половине одного ребенка. Эти 2 половины выбросили в лес, где жила великая демоница. Она обрадовалась тому, что ей досталось немного нежной плоти и крови новорожденного. Из любопытства она соединила 2 половины, и ребенок, став целым, ожил. Демоницу звали Джара. Из сострадания к безнетному царю она пошла и отдала ему этого удивительного ребенка.
Царь очень обрадовался и хотел отблагодарить демоницу, исполнив любое ее желание. Демоница захотела, чтобы ребенка назвали в ее честь. И так он был наречен Джарасанха, что означает «тот, кого соединила Джара». В действительности Джарасанха родился как одна из неотъемлемых частиц демона Випрачитти, святого, по благословению которого царицы родили ребенка, звали Чандра Каушика. Это он предсказал Брихадратхе, что у него родится сын. Поскольку Джарасанха от рождения обладал демоническими качествами, естественно, он стал великим преданным Господа Шивы, повелителя привидений и демонических людей. Великим преданным Шивы был Равана, и таким же стал Джарасанха. Всех захваченных им царей он приносил в жертву Господу Махабхай Раве, Шиве. С помощью своей военной мощи он победил многих мелких царей и взял их в плен, чтобы убить их перед Махабхай Равой. В провинции Бихар, раньше называвшейся Магадхой, и по сей день много преданных Господа Махабхай Равы или Калабхай Равы. Джарасанха был родственником Камсы, дяди Кришны по матери. Вот почему после смерти Камсы царь Джарасанха стал заклятым врагом Кришны, и между ним и Кришной произошло много столкновений. Господь Кришна хотел убить его, но не хотел убивать его воинов. Поэтому был разработан специальный план убийства. Переодевшись бедным браманом, Кришна вместе с Бхимой и Арджуной отправились к Джарасанхе и попросили у царя Джарасанхи милостыни. Джарасанха никогда не отказывал в милостыне ни одному браману и, кроме того, совершал множество жертвоприношений, но все же это не было равноценно преданному служению. Господь Кришна, Бхима и Арджуна попросили Джарасанху сразиться с ними и договорились, что Джарасанха будет сражаться только с Бхимой. И так и получилось, что они были и гостями, и противниками Джарасанхи, с которым Бхима непрерывно сражался в течение нескольких дней. Бхима был в отчаянии, но Кришна намекнул ему, что Джарасанха в детстве был соединен из половин, и Бхима разорвал его надвое. Все цари, содержавшиеся в его концлагере, в ожидании смерти на жертвенном алтаре Махабхай Равы, были освобождены Бхимой, чтобы отблагодарить за это пандавов. Они заплатили царю Юдхиштхире большую дань. По его милости, твой уважаемый младший брат, обладающий силой 10 000 слонов, убил Джарасанху, стопам которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасанха привел, чтобы принести их в жертву на своей Махабхайрава Яги, но твой брат освободил их. Позже они принесли дань твоему величеству. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун мелитам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштахам сапитам йена бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьящаха крипа синхубьяхевача патитанам бавайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare чуть-чуть приоткрыть его. Очень нужно. Чуть-чуть там. Там как-то открывается чуть-чуть. Там веревочка, я говорю. Итак, Арджуна погружен в эти четыре аспекта Бхагавана. Это его имя, форма, качество и деяние. И сейчас Арджуна
рассказывает о его деяниях, в которые включены окружение Кришны и его атрибуты. И Арджуна рассказывает о его удивительных качествах Кришны, и о его деяниях, и о деяниях тех, кто с ним связан. Связь с Кришной называется йога. Поэтому Кришна говорит: действуй как настоящий йог ради моего удовлетворения, то есть в связи со мной. В связи со мной. Это очень важный момент йоги. Вчера мы с вами обсуждали разделы, ну так, поверхностно. Карма канда, гьяна канда, упасана канда. И многие, судя по вопросам, не совсем поняли. В частности, Андрей спрашивал такие вопросы, как там следовать каким-то правилам, предписаниям. Говорится, все правила, предписания, ритуалы необходимы для того, чтобы научиться фиксировать свой ум. Фиксировать свой ум, поскольку люди, когда они не обращают внимания на какие-то правила или церемониальные, ритуальные действия, ум их блуждает. Ум их занимается мирской деятельностью, где-то там что-то он ходит туда-сюда. Но когда вы говорите, что надо три раза именно крутить лепестками вокруг стоп Шрилы Прабхупады, на самом деле, по правилам говорится, три раза вокруг стоп, три раза вокруг туловища, три раза вокруг головы и три раза вокруг всего. Но иногда мы упраздняем эти правила только для того, чтобы быстро это сделать. Но преданные до того, как подходят и начинают крутить лепестками вокруг мурти Шрилы Прабхупады, они, когда ждут своей очереди, они уже должны в это состояние входить. В это состояние, в состояние выражения своего почтения Шрили Прабхупаде. Мурти означает трансцендентальная форма, и ее Рупа Госвами сравнивает с почтовым ящиком. Почему мы перед комментариями или перед тем, как читать комментарии Шрилы Прабхупады, говорим комментарии о божественной милости, мы обращаемся к мурти, где-то внутренне обращаемся к мурти, и мы просим Шрилы Прабхупады, дайте нам понимание, чуть-чуть немножко понимания того, что вы вложили в этот комментарий. Мы не можем понять стихов самих. Говорится, что всего три личности более или менее понимают Шримад Бхагаватам среди всех живых существ во Вселенной. Более или менее. Говорится, даже Шукадева Госвами сам до конца не понимает Шримад Бхагаватам. Кое-что он понимает, кое-что нет. Следующий идет Шива и потом Брахма. Три личности, которые более-менее или понимают Шримад Бхагаватам. Все остальные так себе. То есть они на самом деле бхакти-веданты. Бхакти-вайпава – это тот, кто понимает шесть песен. Изучил шесть песен досконально, детально. И как бы стремится реализовать эти шесть песен в своем сознании. Бхакти-ведант – это тот, кто постиг весь Шримад Бхагаватам, изучил, как вот мы говорим, Бхакти-шастр. Это Бхагавад-гита. Бхакти-шастр. Но это не просто академическое изучение, когда вы изучили шлоки или что-то еще. Это определенное состояние сознания должно быть достигнуто. И говорится, тот, кто изучил Бхакти-шастр, он без сомнения посвящает свою жизнь распространению славы Шримад Бхагавад-гиты. Без сомнения. Всю свою жизнь такой человек, какой результат изучения Бхакти-шастр должен быть, что человек решил всю свою жизнь посвятить не бизнесу, не чему-то там, какой-то деятельности, пирожки распространять под видом славы Шримад Бхагаватам или что-то еще. Человек стремится распространять славу Бхагавад-гиты, он рассказывает Бхагавад-гиту, эти истории. И он выбирает формы, каким образом, в каких формах это делать. Это результат изучения Бхакти-шастр. Таков должен быть эффект, если человек изучил Бхакти-шастр. Меняется его сознание. Точно так же Бхакти-вайпава – это определенный уровень сознания Кришны и Бхакти-веданта. Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны на самом деле проистекает от Бхакти-веданта. От Бхакти-веданта. Те, кто постигли смысл и природу, дух Шримад Бхагаватам. И Шрила Прабхупада сразу говорит об этом, что, может быть, мой перевод изобилует неточностями, погрешностями или ошибками, но дух Бхагаватам я передал неизменно. Это то, о чем мы вчера с вами говорили. Одни люди привязаны к форме. Вот как женщина спрашивала, она не поняла, когда я про кашу рассказывал. Одни люди привязаны к форме этикета, к форме поклонения, но они не понимают, что за формой скрыт дух. И если
человек прикасается к форме, не зная, что результатом должно быть проявление духа, то такой человек просто теряет время. Ритуалист. Это мирская религиозность. Мы сразу должны знать, в чем дух. И мы говорим «дух преданности». Дух преданности. Обязательно должен быть дух преданности, бхакти. Бхакти уттама. Итак, все эти правила и предписания, церемонии, ритуальные, вот мы видим пуджари там что-то делает, очень важны для того, чтобы научиться концентрировать свой ум на одной деятельности. Это называется медитация. Концентрация всех чувств и ума на одной деятельности и на одной цели называется медитацией. Когда это удается, сконцентрироваться, то есть все чувства, ум, а есть действие. Видите, концентрация всех чувств и ума. Это значит, определенное действие нужно совершать, чтобы сконцентрировать свои чувства и ум. И эта деятельность называется ритуалы. Риг. На санскрите называется риг. Ритуал. Ритуал, помогающий человеку сконцентрировать свои чувства и ум на одном действии и на одной цели. На одном объекте и на цели. Итак, человек совершает все эти действия для того, чтобы научиться концентрировать свой ум. Сосредотачиваться. Как мы с вами обсуждали несколько лет назад, когда я объяснял, что люди плохо учатся в основном только из-за того, что они не способны концентрироваться. Ум очень рассеян, очень непостоянен, и он убегает постоянно. Поэтому люди не могут изучать иностранные языки, учиться на двойке, на тройке. Не потому, что они такие глупые. Нет. Просто они очень рассеяны. Ум их рассеян. Они не способны зафиксировать свои чувства и свой ум на одной деятельности и на одной цели. Ум разбегается. То есть нету связи. Йога означает это связь. Итак, говорится, из медитации возникает йога, связь. А благодаря этой связи, насколько она сильна, насколько вы, какой ступени йоги вы даете. Поэтому называется аштанга-йога. 8 ступеней йоги. Сначала вы концентрируетесь яма, потом не яма и так далее, и так далее. Как мы сначала концентрируем человека, не надо кушать мясо, не надо кушать потом на рыбке, потом на яйках, потом дальше там на одурманивающих веществах, потом дальше мы там его, на, ну, секс в последнюю очередь в основном. Не играй в карты там, или не занимайся денежными махинациями. Но никто очень хорошо не понимает, что значит не заниматься денежными махинациями, поэтому все говорят, обещаю не играть в азартные игры. Но тут в России, вот среди нас тут мало, я вижу, азартные игры, кто играл. И поэтому никто не понимает, и Прабхупада описывает, он поясняет. Это посещение кинотеатров, спортивных залов и так далее, всяких концертов. Это также является нарушением принципа азарта. На футбол ходить, на хоккей, там, на все такое. Это азарт. Это азарт. Кино и так далее. И преданные не совсем так же осознают этих всех тонкостей. Для чего мы не кушаем мясо? И они говорят, о, я себя лучше чувствую. Но мы не кушаем мясо, чтобы стать более сострадательными, милосердными. А не для того, чтобы у нас там чувствовать себя лучше. У нас перестало там, может быть, сердце болеть, желудок. Но цель совершенно другая. Таким образом, мы должны в этой форме видеть цель, то есть дух. Для какого духа мы совершаем эту деятельность? И потом, говорится, мы начинаем концентрировать человека в итоге на каких-то сексуальных ограничениях. Когда он начинает понимать, для чего. И не для того, чтобы у него голова светилась. Совершенно не для этого. Он понимает, что это позволит ему более лучше концентрироваться. На чем? На деятельности в преданном служении. Он сможет стать более успешным в деятельности, в преданном служении. И вполне вероятно, в этой жизни может удовлетворить гуру и Кришну. И как результат получить эту любовь к Богу. Вернуть эту любовь к Богу, очистить свою любовь к Богу. Такова цель. Итак, ритуалы, несомненно, важны, особенно для тех людей, которые не способны зафиксировать свой ум. Потому что многие работают, многие занимаются разными вещами, сидят дома в основном весь свой день и так далее, не общаются с более продвинутыми преданными. Что такое общение с продвинутым преданным? Это служение ему. И поэтому Нарада объясняет Друве, как стать успешным в духовной жизни. Он не рассказывает никак, что надо там пальцы как загибать или как сидеть.
Он сказал: запомни, если ты хочешь быть успешным в духовной жизни, нужно научиться сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим. И говорится, гуна благости в первую очередь проявляется через что? Через уважение и служение к старшим. Человек начинает понимать, что такое старший. И общение со старшими означает, что мы очень серьезно воспринимаем то, что они говорят. Если вы помните, я уже об этом рассказывал. И описывается категории старших, кто старшим считается. Первое описывается, это те, кто старше нас по возрасту. Вы знаете, да, об этом? Или вы не знаете? Это первая категория. Все те, кто старше нас по возрасту, даже на один день. Да? И в шастрах описывается, что на полчаса один родился раньше, и тот всегда ему служил, как старшему брату. Служил, подчинялся. Служил, это значит подчинялся ему. И очень серьезен был ко всем его словам. Младший брат, на полчаса, который был младше, он стал подчиняться старшему брату. Такова ведическая традиция. И в традиции всегда заключено знание. Это не просто так, что один родился на полчаса раньше. Это не просто так. Несомненно, это раннее рождение, оно давало определенное положение живому существу. И он был старшим. Следующее говорится, это те, кто старше нас по родове. По родове у нас, кто нас родил? Мама, папа, они старше нас. Дальше есть тетя, дядя, там, ну и все вот эти родственники, всякие их имена, названия там. Шурин, деверь, там кто-то, свекор, мекор, там, и все такое. Все они старше нас. Даже если они младше нас по возрасту, они могут занимать более высокое положение по родове, по родословной. Иногда бывает, что племянник, он младше своего, вернее, старше своего дяди. Потому что у дяди там куча братьев, и разница в возрасте такая, что племянник может быть по возрасту старше дяди. И говорится, в соответствии с ведическими принципами, он обязан уважительно относиться к дяде. Даже если дядя в носу ковыряет, сидит, так сказать, еще пузыри пускает, так сказать, машинки играет, племянник взрослый должен оказывать ему уважение. Не то, чтобы он там внимательно слушает, что он говорит, но он очень почтителен должен быть. Очень почтителен. То есть в его поведении должно проявляться поведение младшего по отношению к старшему по родове. Он говорит, это мой дядя, вот пузыри пускает сидит. Ну, вы смеетесь, это факт. Видите, люди сейчас непочтительны никому, поэтому они смеются. Они думают, ну это шутка какая-то, Лакшмираен шутит, как обычно. Нет, это не шутка. Это очень важные моменты культуры или этики, поскольку это проистекает из метафизики. Из метафизики, то есть из тех законов, которые мы не способны постигнуть своими куриными мозгами. Мы не способны постигнуть, почему мы должны подчиняться, почему нас бросила мать с отцом, почему нас рано умерли родители или что-то. Мы не постигаем. Это говорит о нашем благочестии, что мы очень неблагочестивые люди. Почему мы трусливы, почему мы завистливы, подленькие такие, мелочные. Это говорит о том, что у нас очень грязное сердце. И кроме Господа Чайтаньи нас никто не спас бы. В чем суть Махавадания, великой милости, что он занимается вот такой категории живых существ. Те, кто... Просто прекратите, пожалуйста, там. Те, кто на самом деле уже опустился ниже, так сказать, ниже шудр, говорится. Шудра означает низший. Эти еще ниже шудр. И не в теле это выражается, не в том, что эти люди склонны к физическому труду и служению другим. Нет. Это мораль, нравственные качества шудр. Такие же привязанности, ценности, очень сильное отождествление себя с телом, очень слабый разум, практически никакой этики, никакой нравственности нету. Вот что означает шудра. А так люди века Кали ниже шудр. Ниже шудр. Это как мы сейчас говорим. Мы каждый день слушаем Шримад Бхагаватам. Но есть три разновидности, четыре вида слушания существует. Три из них в гунах материальной природы и одно трансцендентное. Если вы сидите на Шримад Бхагаватам и спите, это называется слушание в гуне какой? Невежество. Как вы думаете, вы продвинетесь?
Но кто-то приходит и думает, что самое главное здесь сидеть. Нет. Это слушание в гоне невежества. Если вы бодрствуете, это еще не означает, что вы слушаете. Потому что когда бодрствует человек, он рассматривает всех или рассматривает того, кто говорит. Он говорит, ну какие у него губки, какие уши, какие. Ну надо же, голос какой. Или он сидит, думает, как там. Да, он сидит. Или мордочки какие-нибудь рисуют, тетрадки. Или что-то как будто бы записывает. Мой индекс такой-то, такой-то. Как угодно себя человек может вести. Это называется слушание в гоне страсти. Плоды такой деятельности, поскольку это действие, слушание – это деятельность. Говорится, плоды такой деятельности, которые в гоне страсти пребывают, жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. И они еще временные, к тому же. Вот какие плоды добивается человек через такое слушание. Человек в гоне благости слушает очень внимательно. Говорится, он слушает из долга. Он полностью пытается достигнуть этого. Называется шравана ягья. Ягья, одно из слов яги означает жертвоприношение. Он жертвует в этот момент. То есть он способен пожертвовать всеми своими мыслями в этот момент. Он полностью внимание, внимает это. Может быть, он что-то не понимает, но он очень внимательно пытается это сделать, и он слушает. Все повороты, акценты туда-сюда, логику всю постигнуть пытается. Как, что, ага, вот так. Это означает, он слушает. Говорится, что такой вид слушания, он очищает сердце живого существа от результатов прошлой греховной деятельности. Он еще не дает любовь какую-то или преданность. По крайней мере, в гуне благости можно очистить сердце от прошлой греховной деятельности. И когда сердце очищено, тогда в это сердце может войти что? Бхакти. Оно не приходит в грязное сердце. Не думайте, что бхакти, оно может находиться в грязном сердце. Нет. Ему неприятно находиться в грязи. Оно не проявляется. Оно существует в сердце живого существа, но оно не проявляется просто. Не проявляется. Итак, вся эта ритуальная деятельность, несомненно, важна для тех особенно, кто не способен сконцентрироваться. И мы видим, что результатом неспособности сконцентрироваться являются поступки живых существ, их деятельность и их качество. Поскольку человек очень быстро может прогрессировать, если он понял эту науку, что все эти ритуалы, все церемонии предназначены для того, чтобы я сумел сконцентрироваться как можно четче на деятельности в преданном служении. Целью должна быть способность сосредотачиваться в слушании. Я научился сосредотачиваться в слушании. Я научился сосредотачиваться в киртане. Я научился сосредотачиваться в смаранам и так далее, в падасеванам, сосредоточенно. И когда человек сосредоточен, как мы начали наш разговор, когда человек способен сконцентрироваться, он способен хорошо исполнять это. Вот почему мы говорили, люди плохо учатся, не могут хорошо учиться. Из-за чего? Не потому, что они дураки там или что. Почему? Ум их в беспокойстве, он рассеян. Поэтому они в этот момент что-то думают, там пишут диктант, что-то думают, 300 ошибок, что-то там не могут. Учитель что-то говорит, половину прослушал, потом, как это решить, дай списать. Это слушание, все точно так же в школе, это слушание, способность сконцентрироваться на одной деятельности, на одной цели. Таким образом, человек не может совершить хорошо служение. Они становятся неудачливы в служении. Вот почему мы вдохновляем людей, которые еще не способны сконцентрироваться, на более строгое следование разным правилам и предписаниям. Как человек приходит в храм, мы рекомендуем ему 3 раза обходить. Духовный учитель может приехать, ничего не ходить там, или какой-то брахмана, более-менее продвинутый, преданный, может не обходить. Потому что вся жизнь его направлена и нацелена. Но у тех, у кого вся жизнь еще не направлена и нацелена, им обязательно это нужно. Потому что в этот момент они считают круги, они думают о том, это храм, я должен обойти, это благоприятно, денег будет много. Что-то они там должны думать, это исполнится, мои желания исполнят, они очень вдохновлены. Они учатся сконцентрироваться на Боге, концентрироваться на Божестве. Приходят, правильно стоят, здесь так, когда вешают гирлянду, говорится, только после того, как раковина продудела 3 раза, человек должен одевать гирлянду, а не так, что вам дали гирлянду, вы хлесть на шею, так сказать, лепестками с 3 метров, оба, подошли, хай, скинули,
и бух упали. Еще стопами к Матаджам, стопами к Туласи, стопами к преданным, кто как. Вы не можете зафиксировать свой ум, вы должны об этом думать. Не наношу ли я кому-то оскорбление в этот момент? Не лег ли я стопами куда-то? От этого пуджари совместно с президентом храма или с какими-то людьми, которые должны следить за пуджей, за стандартами храма. Они смотрят, чтобы преданные стали, чтобы матаджи там не ущемляли, чтобы они стояли каким-то рациональным образом, если много людей, как сделать это, чтобы было правильно все. Потому что божество, оно хочет таким образом действовать, чтобы мы действовали. И оно само действует так же. Кто поет киртан, какая личность поет киртан, насколько у этой личности у самой, какое умонастроение и так далее. Это очень важно. Это не просто деятельность, когда мы... И говорится, если человек не понимает этих вещей, то, несомненно, он постепенно ослабевает в своей духовной жизни, слабнет. Слабнет. Поэтому Прабхупада говорил, я оставляю вас, божествам говорю, позаботьтесь о себе сами. Эти, он говорил на своих учеников, эти не смогут о вас позаботиться. Видя, что они никогда не думают об этом. Они не смогут об этом позаботиться. Прабхупада говорит, позаботьтесь о себе сами, я вас прошу. Я не могу о вас заботиться, но я уезжаю, я должен путешествовать. А там сколько народу было? Уже, так сказать, со шнурами многие там, даже с дандами. Он говорил, они о вас не смогут позаботиться. Позаботьтесь о себе сами. Итак, это очень важный момент, способность сконцентрироваться, способность сосредоточиться. И Арджуна, он сосредоточен на Кришне, на его имени, на его форме, качествах, деяниях, на его окружении, на его атрибутах. Он вспоминает все игры Господа. Это лила. Лила Смаранам называется. Лила Смаранам. Арджуна вспоминает игры Господа. И он в восторге. Когда Арджуна вспоминает игры Господа, ему кажется, что Господь как будто бы рядом с ним. И как только он не думает о Кришне, не вспоминает, никому-то не рассказывает о Кришне, с кем-то не обсуждает, как тут же что? Сердце его начинает болеть. Он испытывает пустоту, что он как будто бы остался без Кришны. Таким образом, говорится, преданные, они говорят об этом только потому, чтобы все время находиться рядом с Кришной. Говорится, преданные видят ушами. Преданные видят ушами. Шраванокша называется. Шраванокша. Шрава означает слух, а окша означает глаз. Способность через ухо видеть. Таким образом, через слушание увидеть это все реально. Не то, что когда мы просто слушаем. Мы должны стремиться видеть то, что мы слышим. Увидеть вот это. И это зависит также от того, кто рассказывает. Как он рассказывает. Способны ли мы это увидеть? Как он рассказывает? Понимает ли он, что я должен рассказать так, чтобы как бы они увидели это? Поэтому говорится киртанам, это также способность рассказывать так или так воспевать святое имя, чтобы проявилась форма для них. И поэтому мы говорим, этот человек поет киртан таким образом, что прямо как-то Кришна всплывает. Этот человек поет таким образом, что вдруг вспоминать начинаешь о качествах Кришны. Какой-то он удивительный. Этот человек так поет, что невольно вспоминаешь какие-то игры, как он там бегает по Кунджа-Бихари, так сказать. Как он там сын мамы Ишоды. Преданные должны вспоминать это. Это эффект воспевающего и воспевающих, слушающих. Должны научиться, шраванокша, то есть способность видеть через это. И мы видим, какие-то рассказчики есть. Они так рассказывают, что прям как кино разворачивается. И это очень сильный эффект дает. И видим, другие, допустим, разворачивают, что-то рассказывают, и как-то это весело. Можно посмеяться. Но это не остается отпечатано внутри, в нашем сознании, в нашем разуме. Это очень важные моменты квалификации. И есть слушание, когда живое существо слушает в преданности. Это уже метафизика. Это уже нематериальное слушание. Оно называется апракрита. Апракрита шравана. Нематериальное слушание. Живое существо полностью окунается. Через слух окунается. То есть в этот момент его нету здесь. Оно растворилось в этом повествовании. Оно становится участником, либо наблюдателем реальных этих событий. Его здесь нет. Он слушает все. Вы знаете, как иногда человек слушает музыку какой, и вы его там. Он все погрузился.
Или куда-то что-то смотрит. Отстань. Отстань. Как в футбол играют, ничего не слышит, ничего не... Ой, вот футбол смотрит, знаете, там какие-то... И вы там обращаетесь. Алло, так... Так же говорится преданный. Он слушает, он полностью погружен в это слушание. Это настоящее слушание. Это настоящее слушание. Такое слушание, несомненно, дает прогресс живому существу. И мы слушаем об этих играх. И Арджуна теперь перешел к киртану. Он все время рассказывает, что Кришна говорит. Он вспоминает все события, все действия. Он не спит. Природа невежества, как вы думаете, какова? Разрушение. Природа страсти – созидание. А природа благости – поддержание. Поддержание. Таким образом говорится, благость, она очищает. Страсть что? Дает временные ничтожные результаты. Дает временные ничтожные. И страсть что? Не очищает. Временные ничтожные и не дает истинного отречения. То есть не очищает живое существо по-настоящему. Не истинное очищение, временное происходит очищение. Человек опять осквернится. Это как Рупа Госвами приводит пример с купанием слона. С купанием слона. И в гуне невежества человек, несомненно, разрушающие факторы приводит. То есть поступательные силы не происходят в его деятельности. Такие преданные всегда очень слабы. Слабы в духовной жизни, очень нерешительны, пугливы и так далее. Потому что у них нету сил, силы разума. Кришна говорит, я даю им разум, чтобы они смогли постигнуть меня. Такие люди становятся неудачливыми. Итак, нужно очень хорошо понять, для чего мы совершаем эту ритуальную деятельность. Чтобы не ослабнуть в своей медитации. Чтобы не ослабнуть в этой медитации. Для чего мы отходим в тхоте, тилоку рисуем? Чтобы не ослабнуть в своей медитации. Чтобы мы смогли сконцентрироваться через эту деятельность на постижении нашей цели. Именно нашей цели. Как удовлетворить Кришну. В этом проявляется преданность живого существа. Носим, все, вот сейчас вот вы видите, да, Пуджари как делает. И он должен быть сосредоточен. И как только его ум начнет разбегаться, он что-то уронит, что-то еще с ним произойдет. Ум, рассеянный ум – это показатель того, что человек думает о чувственных наслаждениях. Панчаратар Дхипи описывает Нарада, что когда у Пуджари что-то валится во время пуджи, это означает, что у него сильные сексуальные проблемы. Да? Если вы видите, что Пуджари что-то уронил, там раковину, какую-то тарелку, это говорит о том, что у него есть какие-то проблемы. Но у кого их нет? Поэтому говорится, лучший способ избавиться от вожделения. Лучший способ избавиться от вожделения. Это что сделать? Медитировать на божество. Поэтому иногда рекомендуется человеку, который хочет избавиться от вожделения, ощущает его, пуджарить. Вы не думаете, что все пуджари те, у кого вожделение. Нет. Просто иногда рекомендуется, что это очень благоприятно для людей. Это помогает им очиститься. Если они учатся концентрироваться, все это переливать, там ачиман, ум. Чем больше погружается, медитация возникает. Как только медитация возникла, связь с божеством восстанавливается. И в соответствии с силой медитации, таков тип связи с божеством. И живое существо, несомненно, может общение получать с божеством. На уровне так, подсознания. Или так сказать, то, что как телепатия мы говорим, может ощущать, подойти, что-то сказать, что-то сделать. Это зависит от того, насколько оно способно концентрироваться. И особенно, когда живое существо понимает величие этого процесса. Величие, как мы на четках повторяем, что Прабхупада говорит, чтобы занять касательные, слуховые, речевые. Специально третьих аспектов занимаем. Чтобы сконцентрироваться, научиться. Почему называется джапа-медитация? Способность сконцентрироваться на этой деятельности. Кто-то говорит, а можно без четок, а можно там так? Нет. Что тогда вы не совершаете определенный вид деятельности, который усиливает вашу концентрацию. Усиливает вашу концентрацию. Зачем мы слушаем о Кришне? Чтобы в момент повторения вспоминать это также.
чтобы эта способность была. Связь. Для чего я повторяю? Тоже очень важный момент. Итак, люди не могут зафиксировать свой ум, и поэтому они очень слабы. Слабы в своей медитации, слабы в своей связи. Ёлки зеленые. Итак, здесь описывается Джарасанха, сын Брихадратха, Махараджа Брихадратхи. Говорится, он был демоном, и он никогда не отказывал браманам. Он славился тем, что он больше всех раздавал пожертвования браманам на земле. И Прабхупада говорит, но при этом, при всем, он оставался демоничен. Поэтому мы тоже как бы особо не считаем, что тут тоже очень много жертвует браманам, что он преследует какие-то обязательно очень хорошие цели. Его деятельность была в гуне страсти. Страсть всегда стягивает живое существо в невежество. Какова цель? Он не жертвовал из долга. Он жертвовал для завоевания уважения окружающих. Таким образом, еще раз мы говорим, не само действие определяет, а мотив этой деятельности. Поэтому говорится, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения и причиной деградации. Что же происходило с Джарасанхой? Он становился все более эгоистичным, все более эгоистичным, все более эгоистичным. Он становился великим. Но когда человек совершает пожертвование браману или божеству без желания получить какую-то материальную награду, без желания, а уважение окружающих – это материальная награда, говорится, живое существо хочет грубых сексуальных отношений с противоположным полом, желание семьи, хорошего потомства, желание дома, утвари, привязанность к земле, на которой родился, дальше говорится, привязанность к обществу, в котором он находится, желание получить положение в этом обществе и уважение общества. Все это карма, материальное желание. И когда человек что-то жертвует для того, чтобы приобрести уважение какое-то, на самом деле плоды такой деятельности ничтожные, жалкие, не приносят истинного отречения. Человек не очищается. На какое-то время он приобретает это уважение, но оно не истинное. Не истинное. Итак, человек должен уметь и жертвовать, он должен уметь поклоняться божеству, воспевать святое имя, поклоняться Туласи. Не просто три раза обходить Туласи, как говорят, вот от греха, так сказать, можно избавиться. Но вы не поняли цели поклонения Туласи, Вринда Деви. Вринда Деви, что такое Вринда? Кто? Царица Вриндауна, Вринда Деви, царица Вриндауна. Это не просто так, что мы ходим вокруг, так сказать, и хотим очиститься. Туласи Махарани, она дарует преданное служение. Первый аспект и самый важный, он остается первым и единственным на самом деле. Он дарует преданность. Очищение – это все материальные пасулы. Это как в книжке Экадыши там написано. Такой человек там завоюет славу, там богатство получит, там родственники. Но там также наряду с этим описывается, какое благо он получит как преданный. И как вы думаете, все в основном вдохновляются, какое благо как преданный получит? Нет. Как очиститься от последствий своих греховных поступков. Потому что все, в основном большая часть людей служит из страха перед страданиями. Страх страданий. Потому что люди очень много страдают в Веккали. И поэтому их религиозность – это страх перед грядущими страданиями. Они видят, что они неудачливы в делах, в бизнесе. Женщины одиноки, мужчины одиноки, дети брошены, дети почти не становятся теми, кем вы хотели, и так далее. И человек как бы немного похож на старуху у разбитого корыта. И тогда страх этот охватывает человека. И человек начинает искать прибежище, поскольку благочестие есть немного в сердце. Это благочестие выражается в том, что человек начинает заниматься религиозной деятельностью. Но каков мотив его? Он хочет избавиться от страданий. По крайней мере, он, если даже не от тех, которые у него есть страдания, он, по крайней мере, не хочет, чтобы они усилились. Разум у него проявляется. И он начинает поклоняться, все что-то делать, по крайней мере, чтобы избежать каких-то грядущих страданий. Потом он приходит к выводу, что надо и от этих избавиться.
И начинали. Но что-то ничего не идет, крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молится, не жалея слез. Видели, да? Не жалея слез, многие молятся, а все равно крокодил не ловится и не растет кокос. И так многие начинают постепенно разочаровываться. Они столько много делали. Вот вы видели, да, таких преданных, которые сразу пришли в храм, столько тут молотили, молотили, потом раз, и теперь их не видно. Как вы думаете, почему? В Шримад-Бхагаватам описывается противостояние или вражда. Враждуют только те, кто имеет равный коэффициент вожделения. Потому что тот, у кого меньше вожделения, он уступает тому, у кого его что? Больше. Он уступает. Он сглаживает все. Поэтому способность сотрудничать и показывать, что у человека уменьшилось что? Вожделение. Уменьшилось вожделение. Способность к сотрудничеству – это показатель того, что у человека уменьшается вожделение. Что человек, несомненно, культивирует что-то бескорыстно. Какие-то детали в преданном служении ему удается совершать из долга, без желания получить награду. И поэтому в результате такой деятельности постепенно в нем развивается эта чистота. Он более уступчив, более мягок становится, более гибкий становится, более проницательный, менее обидчивый, гордость его снижается, то есть более уважительный, более снисходительный к недостаткам других людей. Снисходительный – это не значит, что он так сверху вниз смотрит. Он понимает, что это дело времени, у этого человека есть недостатки, но он также видит в нем очень положительные качества, которые его восхищают. Это приходит способность видеть лучшие стороны человеческого сознания, человеческой природы, человеческих качеств. Это означает, что у самого у этого человека, который видит это, у него вожделение уменьшилось. Если вы видите, что вражда увеличивается только у вас, вам уже, так сказать, здесь вообще неохота и пребывать, и все охота общаться с младшими в основном, с равными вы даже не можете дружить, вы все кого-то спасаете. Все. На самом деле это спасение больше всего похоже на эксплуатацию. Эксплуатацию. Если вы не можете служить старшим, а просто фамильярничаете с ними, фамильярность, она разрушает служение. Вы фамильярничаете со старшими, и более того, вы ищете в них недостатки, все. Таким образом, Нарада объясняет, что надо сострадать младшим. Сострадание проистекает, что вы пытаетесь удержать их от тех ошибок, то есть вы не способствуете развитию в них негативной природы, а более того, удерживаете их от этого, обучаете их. Дружба со старшими, с равными, это означает, вы общаетесь с тем, кто имеет такие же представления, имеет такие же цели, как и вы. А какие ваши цели? Предаться. Вы не дружите с теми, кто у кого денег больше, бизнес там или что-то. Здесь тут многие из-за бизнеса дружат. Но вы не думаете, что это дружба. Имеется в виду, что дружить с равными, это значит с теми, кто такие же задачи преследует, такие же цели, также вдохновлен прогрессировать в духовной жизни и служить старшим. Служение – это что такое? Пытаться удовлетворить их чувства. Служение. Пытаться очень серьезно относиться к тому, что они говорят и делают. Очень серьезно. Это старшие. Но происходит наоборот. Говорится, человек, который не понимает этих вещей, которого вожделение в сердце очень сильное, он эксплуатирует младших, соперничает с равными и критикует старших. Вот что происходит с человеком, который неудачник в служении. Поэтому Кришна их называет неудачливые йоги. Но Кришна не говорит о такой неудаче. Он говорит неудачливые йоги, то есть они уже достигли чего? Йоги. Они уже достигли йоги, но они не смогли достигнуть высшего совершенства йоги. На каком-то этапе застряли йоги. То есть уже есть у них связь. Но по каким-то причинам эта связь теряется. Есть разные причины потери этой связи. Итак, человек должен очень хорошо осознавать, куда он попал, стремиться, анализировать каждый раз. Для чего я сюда хожу? Дружить здесь. Но дружба это означает, я прихожу общаться с теми, кто преследует такую же цель, как я. И мы видим, если вы хотите денег, вы дружите с теми, у кого деньги. Какие-то там бизнес, там все. Но на основе, это не о той дружбе говорится, на основе преданности
с равными на основе преданного служения. Итак, наша организация постепенно также превращается в интересы. Вот это, как Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, иногда они проявляют интерес к астрологии, аюрведам, и они общаются на этноме. Но, как правило, они соскальзывают с пути преданного служения. Как правило, они соскальзывают. Другие люди просто от одиночества. Третьи просто как бы от бесхозности действуют. И все это разновидности слабости. Слабости, результаты прошлой деятельности. И человек вываливает какие-то проблемы. Мы видим, как мы стремимся эти проблемы. И поддерживать очень сложно. Поддержать таких людей, дать им какую-то опору, дать им какую-то надежду, это достаточно сложно. Нужно иметь смирение и терпение. Нужно быть проникнутым состраданием, учитывать их, как, допустим, многие там, допустим, сейчас женщины, они очень эмансипированы, они все время кричат за права, за равноправие и так далее. И можно понять, что эти женщины просто сами беззащитны. Поэтому они выработали аспекты защиты, самозащиты. Женские аспекты самозащиты, не мужские, а женские. Они беззащитны. Им не на что жить порой даже, денег нету у них, им приходится где-то работать, подрабатывать. Они держат марку, имидж, поскольку сейчас нельзя показывать грустное лицо. Они улыбаются, все, но на самом деле их жизнь тяжела. Они где-то трудятся, дома не совсем все в порядке, они одиноки и так далее. И когда какая-то здесь отдушина появляется, какое-то общение и так далее, они погружаются туда, это становится им дорого, они начинают это оберегать. Если вы туда лезете, они вас воспринимают как врага, потому что их мирок нарушается. Они как бы невольно, несознательно строят себе семью из тех, кому они должны проповедовать, кого они должны просвещать. Они невольно обделенные, эта обделенность выливается в то, что они невольно это начинают считать своим. Я и мое. Присваивать начинают это. Там какой-то мирок свой складывается. Свой мирок, они создают свои семьи на основе этих взаимоотношений. Как на Махата, им, а это уже они как к семье относятся, к своей. И они защищаются. Потом семья, это значит, что Лакшми нужно и так далее, и так далее. Тяжело очень жить. Говорится, в Бхавишти Пуране описывается, что те люди, которые будут способны содержать свои семьи, будут очень уважаемы в обществе. Понимаете, да? То есть только за это будут уважать. И в Кали-Югу уважают людей те, кто способны содержать свои семьи. Это не есть истинное уважение. Это говорится о том, что так деградируют люди, что они не будут видеть ничего, кроме того, что уважение за это не получают. Это называется грехометха. Это порицается шастрами. Грехометхи. Негодяи, которые не понимают смысла греха схашима. Грехометхи. Они все тащат в дом, так сказать, и потом они по ночам вступают в незаконные половые отношения со своими женами. В награду за то, что они так потрудились. Грехометхи. И они всегда не могут отказываться от плодов своей деятельности. Потому что очень сильно привязываются в процессе тяжелой борьбы за эти средства к существованию. Они привязываются и не могут отдать. Потому что эти деньги достались им кровью и потом. Поэтому говорится, что жертвоприношение, то есть пожертвование, подаяние, говорится, нужно научиться в Махабхарате. В Махабхарате есть это описание, когда Гаутама Муни объясняет Пандавам, там, по-моему, насколько я помню, он говорит, что человек должен научиться отдавать то, что дорого ему, как сама жизнь. Тогда он получает нравственность и разум. Он должен отдавать, научиться не то, что ему вообще самому не надо, как хотел выбросить, а вспомнил о вас. Так что, пожалуйста, дарю. Он должен научиться жертвовать то, что дороже ему, чем сама жизнь. То есть то, что ему заработалось, досталось тяжелым трудом, кровью и потом. То, что для него дорого, к чему он привязан, он вот это должен научиться жертвовать. И тогда, говорится, взамен он получает высокую нравственность и разум очень хороший. Очень хороший разум. Таким образом, это очень важный также момент йоги, когда мы жертвуем тем, что нам дорого, а не тем, что мы хотели выбросить сами. И потом из себя изображать. О, мы какие! Мы должны научиться жертвовать не то, что приходит легким путем, а научиться жертвовать то, что нам досталось кровью и потом.
И поскольку живое существо всегда думает, что оно является результатом этой деятельности, то плоды принадлежат кому? Ему. Поэтому вы можете храмовые деньги там жертвовать кому угодно. Вы можете взять 10 мешков муки у кого-то и сделать фудфумани. Но возьмите свой мешок из дома и сделайте фудфумани. А? Попробуйте сделать. Это как здесь была у нас. Как ее теперь зовут-то? Радхачарна. Да? Она копила какие-то деньги для себя, выуживала, выкручивала. И потом стала кормить на свои деньги. Фудфулайф. Фудфулайф содержался на ее деньги. Здесь всегда была такая психология. Легче купить, чем собрать пожертвования. Но собирать пожертвования – это очень важный аспект смирения. Это очень важный аспект смирения – сбор пожертвований. Все собирали. Иисус Христос собирал пожертвования, Будда. Вы что думаете, они нищими были? А? Это очень важный аспект смирения, развития смирения, способности зависеть от своей преданности. Так мы видим, что эти люди также, они слабые, не могут правильно взаимодействовать между собой, поскольку вожделение, оно соперничество порождает, агрессивность. Люди, так сказать, привязываются, они говорят, мое, мой план, моя намахата, мое представление. Агам маметти. Они тут же, так сказать, все присваивают себе. Как ребенок, говорится, если вы дали ему игрушку, он немножко поиграл, возьмите у него игрушку. Что он начнет делать? Почему? Привязался. Он ее что? Присвоил. В процессе соприкосновения он ее присвоил уже. И он будет плакать. Поэтому ревность, когда мы ревнуем, мы уже присвоили этого человека себе. Поэтому если кто-то там с ним или он с кем-то, все, у нас проблемы. Поэтому говорится, ревность, это не значит, что вы такой хороший. Ревность это как раз то качество, которое проистекает из вожделения, из эгоизма. Мы присвоили к себе это. И любой, кто теперь на это посягает, наш враг становится. Любой. Наши планы, наше окружение и так далее. Это эгоизм. В нас нет отречения. Мы не можем отречься. Если мы не можем быть отреченными, любить в отречении. Любить – это значит жертвовать собой. Собой жертвовать. А не любить, потому что оттуда что-то будут яйца выскакивать золотые. Так мне нравится попка курицы, оттуда выскакивают яйца. И терпеть не могу голову. Сумасшедшая курица еще все время жрет. То ли дело попка. Вот попка мне так нравится. Прабхупада приводит такой пример курицы. Когда глупцы хотят отрезать попку, потому что оттуда яйца выскакивают, и связи не видят с головой. А в голове у курицы разные проблемы. И надо так, кстати, все это терпеть, принимать. Как говорят, русская такая поговорка какая-то. Сейчас очень сложно верить, что это русская поговорка. Любишь на саночках кататься, люби саночки и в гору возить, да. Раз ты на них катаешься, ты их также туда возишь, тянешь. Потом ты прокатился, опять туда сам тянешь. Итак, это очень важный момент психологии, нравственности также, что человек, который прогрессирует, он начинает учитывать эти тонкости. Учитывать – это психология. Психология, Прабхупада говорил, что человек, прогрессирующий в духовной жизни, он становится очень ученым, тонким человеком. Начинает видеть, ага, это женщина, у нее возраст такой, поэтому она чувствует себя беззащитной, чувствует здесь себя не совсем защищенной в нашем обществе, пенсии нету, того нету, ей дают какие-то физические поручения, но она чувствует, что она больна, и она из-за этого может стать раздражительной. Он чувствует, ага, вот причина-то, почему она того критикует, того. А эта женщина, у нее, так сказать, физиологические изменения происходят, поскольку ей уже за 50, у нее наступил кое-что. И она тоже раздражительна. Человек начинает понимать все всякие тонкости, нюансы, он начинает все взвешивать. Ага, вот это так. Этот человек так не устроен, у него никто не беспокоится, но за какие деньги он приезжает в храм. Все говорят, езди в храм. Но если он будет ездить в храм, он не будет работать. И так далее. Человек начинает раскручивать эти цепи. И тогда ему легче понять ситуацию данной личности. Почему человек раздражен? Потому что никто не заорет, у меня нет денег. Все скрывают это. Скрывают свое
Мне очень одиноко дома, я боюсь одиночества, поэтому, когда вы отбираете меня на махату, мне очень одиноко, вы сволочь. То есть есть разные нюансы, разные тонкости психологии человека. Нужно научиться понять это и принять какое-то правильное решение. Или вы говорите, нет, ты не имеешь права этого делать, тогда вы принимаете на себя ответственность. Или вы говорите, ну давай подумаем, как правильно. Вы начинаете объяснять, разговаривать, туда-сюда. Хочешь, я к тебе буду приезжать? Нет! Ну давай мы будем там кого-то к тебе. И очень много компромиссов сразу. И на это нужно время, общаться и так далее. Все это очень серьезные вещи. Это общество. И каждый здесь, Прабхупада говорил, каждый думает сам о себе только на самом деле. Все только свое какое-то благо хотят выдрать, вырвать. Это происходит спонтанно. Живое существо быстрее заметит, что кто-то что-то вырывает, чем оно само заметит, что оно само точно так же действует. Поэтому в Библии говорится, что в чужом глазу соринку, а в собственном бревна не замечает. Поэтому мы очень быстро видим, как наши лидеры отклоняются. Быстро, мгновенно. Но как мы отклоняемся, мы даже не только не видим даже вообще. А я-то тут при чем? А что, обо мне речь, что ли? Понимаете? Поэтому эти люди несут очень огромную ответственность, говорится. Как Бхактичитани Махарадж отвечал на вопрос, когда спросили. Мы слышали, что хороший президент, президент берет 1/6 часть любого отклонения людей, которые совершают служение под его руководством. За кого он отвечает, кого он курирует, кто считает его авторитетом и кто исполняет то, что он говорит. Бхактичитани Махарадж ответил, нет, на самом деле в шастре говорится, если хороший президент, он 100% реакции на себя получает, любого отклонения тех людей, которые служат под его руководством. И потом он становится жертвой этих отклонений, и у него самого начинается, плюс своя карма еще. И они, наделив его всеми этими проблемами, его еще и критикуют. Вы представляете? Когда он, который, получается, пожертвовал собой ради того, чтобы их вытягивать, потом у него какие-то проблемы, они вместо того, чтобы его спасать, тем строго еще более четче выручить его, как бы самим, они еще в этот момент его критикуют и распространяют слухи. Это Кали-Юга. Это и есть люди, подобные животным. У них нет чувства благодарности. Здесь говорится, что даже демоны в прошлую эпоху были какими? Благодарными. Демоны были благодарными. Тот, кто им помогал или спасал где-то в какой-то ситуации, они считали себя обязанными и говорили, я теперь в долгу перед тобой. Демоны! А? Представляете, что такое люди века Кали? Это очень серьезная братва. Это все вот духи, все привидения бывшие. Вся эта шушера тут собралась и приобрела человеческое тело. Это не просто так. Все эти привидения и духи описываются в третьей песне Шримад Бхагаватам, где говорится, что первый показатель того, что человек находился в каком-то непонятном положении, это он атеистичен. Пионером рождается. Или октябренком. Да. В атеистическом обществе рождается. Греховные личности всегда рождаются в такой атмосфере. Безбожники, демоничные люди. Никогда не говорят слава Господу, там, слава Шри Прабхупаде, там, слава Кришне. Нет. Есть там слава КПСС, слава Ленину там, и так далее. Поэтому мы должны осознавать, в каком положении мы находились, кто такой, по инерции это еще. Как Прабхупада говорит, выключаешь вентилятор, он еще по инерции крутится. Вы не думаете, что мы все уже избавились от всего. Все еще крутится по инерции, вращается очень много. Это чувство неблагодарности, постоянной претензии, что нам обязаны что-то делать. Поэтому здесь говорится, что люди века Кали, они склонны видеть отклонения, чем какие-то хорошие вещи. Они не учитывают хорошие, но они всегда заостряют свое внимание на каком-то плохом факторе. Не видят вообще хорошего. Поэтому хорошие лидеры, какие-то хорошие, это большая редкость века Кали. Большая, огромная редкость. Это очень сложно. Очиститься. Для людей века Кали даже очень сложно очиститься. Не потому что сложный процесс, что-то надо поднимать, какие-то гири, тяжести. Ложное эго очень сильное. Никто никому не хочет подчиняться. У людей нет авторитетов.
Прабхупада говорит, основная причина такого длительного процесса, таких сложностей в преданном служении и вообще в духовном, люди никого не принимают на самом деле авторитетами. И вы можете видеть, гуру им говорит вот так делать, они все равно будут по-другому. Они духовного учителя не принимают, они только сентиментальничают. «Ой, я так люблю!» У них альбомы, тысячи фотографий. Но они не делают то, что просит их гуру. И гуру учитывает, что с той стороны тоже не святые. И он просит, он... Вы не думаете, что гуру такой глупый? Если вы так думаете, то значит вы уже оскорбительно к нему относитесь. Вы его считаете обусловленной душой. Что он попал в капкан кому-то, попал под чье-то влияние. Значит, вы считаете его обусловленной душой, что он не понимает, что здесь Гуру Врата или там Лакшми Нараяна. Он не понимает. Как с ними, он сказал, сотрудничать с Гуру Врата. Он не понимает, какой Гуру Врата. С ним бесполезно сотрудничать. Но я так люблю свою гуру. Вы шутите. Это не серьезный разговор. Это говорит о том, что вы очень незрелый человек. Это значит не совсем чистый. У вас очень много вожделения еще. И вам неплохо было бы узнать о том, что это ваше собственное вожделение. Не какая-то сила извне вам мешает, как Арджуна попытался это так сбагрить на Кришну или на кого-то. Как будто бы какая-то сила извне. Тетки, по-моему, меня сбили с толку, власть, богатство, демоны мешают. Не, Арджуна заулыбался. И в итоге-то Кришна, Арджуна что имел в виду? Не ты ли там за этим всем стоишь? Не ты ли все это? Кришна меня целый месяц не пускал в храм, вы представляете? Ага, Кришна потом меня на намахату, всю Кришна развалил мне намахату, ага, и хату тоже развалил. А потом, ага, Кришна меня с работы выгнал, ага, Кришна все, он, я же читал христианские молитвы, это я все устроил, ибо ты мой дорогой братан. Какую-то чушь несут эти люди, это абсолютно бесквалифицированные личности, ничего не понимающие и выдающие свое вожделение за какие-то кренделя там. И Кришна сказал Арджуне, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вот что тебе мешает. Вот что тебе мешает сотрудничать. Вот что тебе мешает быть умиротворенным. Вот что тебе мешает прощать. Вот что тебе мешает отрекаться от чего-то. Вожделение. Твое собственное вожделение. Вот что тебе мешает не видеть недостатки в других. Вот что тебе мешает совершать служение. Твое собственное вожделение. Арджуна очень серьезно слушал Кришну. Он принимал Кришну как авторитета. Хотя даже с ним находился в дружеских отношениях. Поэтому сразу мы так тоже не сможем. Но мы должны, говорится, показывать Кришне, как мы хотим так действовать. Должны показывать Кришне. Должны доказывать. Мы доказываем здесь свою любовь, свою преданность. Должны доказать этим поведением. Иначе никто не может надеяться на какой-то успех и сидеть здесь с вызовом вопросы какие-то кидать. Я, видишь ли, книжку там прочитал. Это не то. И Кришна говорит, вожделение, покрывающее истинное знание живого существа. Таким образом, если мы что-то не понимаем и не знаем, знание. Знание приходит в результате понимания, а понимание приходит в результате совершения служения только. Поэтому всегда говорится, лучше исполнять свои некачественным образом, чем чужие совершенно. Лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Свою деятельность. Если нам поручили, это значит наше уже. Говорится, преданный должен воспринимать любую просьбу авторитета как личное указание Кришны. А у нас куча своих. Я хочу туда поехать, хочу в Индию поехать, хочу. Кто разрешил? С какого благословения? Кто дал? И человек не понимает. Поэтому такие люди, они занимаются своей деятельностью. Бизнесмены в шафране с лысыми головами, ни под чьим руководством не находящиеся. Очень странно. Очень странное положение. И это, несомненно, неофиты. Сколько бы лет они ни провели здесь. Их ложное эго так сильно, что они никого не принимают авторитетом и никому не хотят подчиняться. Понимаете, да, это? И поэтому говорят, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Что такое аскеза? Это находиться под руководством Прабхупады, говорю. Аскеза – это не совершать поступки по собственной прихоти. Это аскетичный человек. Он настоящий аскет. Он никогда никуда не поедет, никуда не пойдет без разрешения авторитета. Поэтому называется вайтхи садана. Вайтхи или витхи еще называют.
Он всегда под руководством находится. У него нету, так сказать. Я вдруг собрался, поехал домой, вдруг поехал. Нет. Он, несомненно, всегда следует всему, что говорит авторитет. Это великая аскеза. Прекратить руководствоваться своим ложным эго. Это опаснее. Стать зависимым. Все же хотят быть независимыми. Свои планы, свои идеи проталкивать. И не принимать идеи, планы авторитетов. Под разными, видишь ли, это нелогично. Но откуда вы знаете, авторитет может уже достаточно быть квалифицирован в метафизике, а вы нет. То, чего вы не способны воспринять чувствами, он может воспринимать то, чего мы не можем воспринять. Если он даже не сам не способен, то он просто принимает то, что сверху ему говорят. Надо так сделать. Кто-то там наверху воспринял это более четче. И мы здесь в своем колодце можем не видеть всей картины и не понимать. Тоже очень важный момент осознания. Поэтому мне бы хотелось вас как бы вдохновить, чтобы вы шевелили мозгами. Не просто здесь поклонялись, бились лбом, а на самом деле анализировали что-то, взвешивали в соответствии с тем, что вы изучаете Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, слушаете лекции, совершаете определенный вид деятельности. Способны ли вы делать это хорошо? Что значит хорошо? Удовлетворить этой деятельностью кого-то? Удовлетворить? И мы все здесь служим под руководством авторитетов. Все. Что говорить о вас? Я служу под руководством авторитетов. Что говорить о вас? Я региональный секретарь. Я служу под руководством. Ни шагу, никуда. Без их разрешения. И все, что я делаю, только для того, чтобы они были довольны. Если я что-то делаю, с чем они недовольны, все, это не считается служением. Говорится, нельзя предлагать плоды деятельности, совершенные по собственной прихоти. Такой важный фактор, и мы, говорится, добровольно встаем под руководство. Добровольно. Итак, нужно понять, для чего мы под руководством, чтобы избавиться от руководства своего ложного эго. Вот почему мы под руководством хотим быть. Потому что мы понимаем, что нас несет наше ложное эго совсем в другую сторону. С нашими мотивами, с нашими всеми представлениями. Мы хотим независимости. Ложное эго всегда устремляется к независимости. Не зависеть от авторитетов. Вот что такое ложное эго. Хари Кришна. По его милости, твой уважаемый младший брат, обладающий силой 10 000 слонов, убил Джарасанху, стопам которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасанха привел, чтобы принести их в жертву на своей Махабхайрава Яги. Но твой брат освободил их, позже они принесли дань твоему величеству. Пожалуйста, вопрос. Вам вот ни в коем случае нельзя по собственной прихоти ничего делать. Когда между вами и духовным учителем, у вас даже духовного учителя нет. Поэтому это я говорю по отношению к определенным уровням. Поэтому я разбил классификацию. Если у вас нету гуру, под чьим руководством? Понятно. Сначала надо иметь гуру. Какие-то отношения с ним выстроить. Это не происходит за одно мгновение. Ученик проходит разные стадии. Пратьякша, потом дальше парокша, апарокша, адхокшаджи, апракрита. Это все ступени развития взаимоотношений с духовным учителем.
когда вы на самом деле полезны ему в его миссии становитесь. А не то, что вы делаете то, что нравится вам, и вы даете это за то, что вы делаете то, что нравится духовному учителю. Многие делают то, что они хотят, это не бхакти. Даже карма-йога в сознании Кришны – это когда мы делаем то, что мы хотим, но, по крайней мере, плоды отдаем сюда. Это карма-йога в сознании Кришны. Но бхакти-йога – это когда вы и не делаете то, что вы хотите, вы делаете то, что хочет Кришна. А у Кришны есть представитель. Вы так узнаете представитель от представителя. Поэтому говорится, что мы принимаем это как личное указание Кришны. Поэтому это даже не карма-йога, если вы просто по собственной прихоти действуете и что-то тут изображаете. Но куда вы плоды деваете? А? Куда дели плоды? Поскольку они кровью и потом заработаны, так тяжело их отдать, ибо они дороги нам, чем как сама жизнь. Это деятельность по собственной прихоти называется. Таких личностей называют пракрита-бхакти. Они преданные, несомненно. И какое-то есть маломальское влечение к Кришне. Но оно незначительное. Это неплохо. Со временем, через многие жизни, Бахунам Джанманаманте, пройдя через многие рождения и смерти, они придут к выводу, что надо, так сказать, все равно Кришне служить по-настоящему. И они безраздельно, с решимостью отдают себя преданному служению. Так Кришна объясняет. Вы не думайте, кто-то в этой жизни уйдет домой к Богу, кто-то не уйдет, кто-то падет, кто-то уйдет и так далее. Не надо так идеализировать. Прабхупада в Бхагаватам это описывает. Надо думать, что все 100%. Кто-то еще останется на длительное время здесь, поскольку видно, как он служит. Кто-то так, кто-то так. Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю. То есть только в соответствии с тем, насколько он предался, Кришна и награждает человека. Если у меня возникли какие-то сомнения, наставления духовного учителя, могу ли я обратиться к шастрам, чтобы уточнить для себя? Я думаю, что ты в шастрах ничего не понимаешь, так как и я, может быть. Мы должны обращаться к садху больше. Но мы должны знать, кто садху. Титикшам вакаруникам садху. Даже знать, кто такой садху. Не одежда делает садху садху. Так вот? А титикшам вакаруникам садху. Знаешь, да что это такое, титикшам вакаруника? Не знаешь. Узнай. Я стал сомневаться в словах гуру. А у тебя гуру есть? Есть? Как его зовут? И что ты засомневался в его словах? Да? Или ты просто спрашиваешь, если вдруг произойдет так, что делать? Лучше попросить гуру, чтобы он объяснил, прокомментировал. Арджуна тоже сомневался, но он хотел, чтобы Кришна устранил его сомнения. Поэтому он говорит, о Кешава, устрани мои сомнения. О победитель демона Кеши. Таким образом, сомнения – это как демонические проявления в нашем сердце. Веры не хватает просто. Там нужно быть очень внимательными. Иногда мы идеализируем многие вещи. Это как Бхактивапа Махарадж говорил мне, что не надо думать, что гуру искон это такие же, как Рамануджа Ачарья, Мадхва Ачарья. Не надо думать. Это исключительные личности. Это совершенно, это определенные аватары, как Шакти Авеш аватар, это определенные инкарнации, это определенные проявления. Поэтому вы можете видеть в Парампаре какие-то яркие личности только. Яркие, это необычные личности. Гуру тоже необычная личность, но это особые личности. Поэтому мы, так сказать, не ученики Рамануджа Ачарьи, а не ученики Мадхва Ачарьи и так далее.
немного другой уровень духовных учителей. Те духовные учителя обладали всеми мистическими совершенствами, они знали прошлое, настоящее и будущее. Они могли летать, могли там не знаю что делать, воскрешать мертвых и так далее. Понимаешь, да? Это совершенно... С ними божества разговаривали, они ходили с божеством, обнимались с божествами, так сказать, все такое. Это совершенно другой уровень. Век Кали запрещено божествам даже двигаться. Запрещено. В шастрах об этом говорится. Век Кали божествам запрещено двигаться. Божество с вами никуда не побежит, ничего. Только с особой какой-то личностью. Особая личность – это значит какое-то непосредственное, пришедшее от Кришны с планом, чтобы божество за ним ходило. Поэтому мы Гоштхананди – это те, кто нам проповедует садхана-бхакти. Садхана-бхакти. Обучает нас садхане. Поэтому мы садхаки. Понимаешь, да? А тебе, видимо, хочется, как это, Рамануджачари, чтобы тебе к колбу прикоснулись, и ты раз преданным сразу стал. Такого не будет. Если у тебя есть вера такая в это, своего гуру, то он просто тебе шлепнет по голове, и ты станешь преданным. Если такая вера у тебя есть в него. В свое время этот же вопрос задавали Рамануджачари. И Мадхвиачари. Почти всем ачарьям задавали этот вопрос. И он подвел своих учеников к колодцу. Джаганатхапури. И там в колодце рыбки плавали. Колодец питьевой, но там рыбки завелись. И он сказал, у кого есть просад Джаганатхи? И у всех был просад кулями. Да вот. Он говорит, да мне все равно. Он говорит, ну какой? И там самый продвинутый подошел ученик. Потому что другие так как бы, вот у него есть, он наш авторитет. И он, вот у меня Гуру Махарадж. Он говорит, сколько ты съел? Он говорит, ну вот пол кастрюльки, ну пол корзинки там, в корзинках даются такие. Он говорит, ты как? Он говорит, ну нормально, вкусно. Он говорит, смотрите, отломил маленький кусочек и бросил в колодец. Из колодца повалили вишнурупы. Все рыбки кверх пузом всплыли, и прямо из этих рыбок вишнурупы четырехрукие формы. И все... Видите, сколько просады им надо было? И он говорит, как вы думаете, почему? Да, он сказал, они не завидуют. Эти рыбки независтливы, они тут не соображают ничего. Поэтому их даже легче спасти. Это было на самом деле, то есть это не какая-то аллегорическая история или что-то. Это факт был, прям исторический факт. Но он спас этих рыбок. Поэтому, когда у вас есть отсутствие какие-то определенные качества, или нету такой зависти, нету такой похоти, есть такая, или при всем при этом у вас есть сильная вера в духовного учителя, то духовный учитель способен вас освободить в этой жизни. Все зависит от веры, как человек, насколько человек верит. Вера, шрадха слово на санскрите переводится не как вера. Шрадха означает способность отдавать сердце. Шрадха. Вот это га означает хрида. Хрида это сердце. И когда человек способен что-то отдавать, прямо сердцем отдавать, это называется вера. И говорится, маленькая вера, это вы мало сердца отдаете. Большая, сильная вера, это вы много сердца отдаете. Полная вера. Атмани веданам называется. Это означает, вы все сердце отдали. Я отдаю тебе свое сердце. Сильная вера. И когда ученик предается так духовному учителю, то духовный учитель, даже обладающий незначительной квалификацией, способен такого ученика освободить. Потому что у него есть непоколебимая вера. Поэтому Прабхупада говорил, даже Каништха Адхикари способен спасать людей, если он находится под руководством сам, строго следует всем правилам и парампары, говорит только то, что описывают шастры, и то, что говорят садху. Но, может быть, в нем в самом нету такой любви к Богу, но у него есть разум, и он разумом действует таким образом. Чувства сами, может быть, еще не так еще. Он может спасать таких людей, которые развили веру,
Вера – это знание определенное. Знания проистекают только из понимания, понимание – результат служения. Таким образом, когда ты начнешь служить духовному учителю, служить, ты начнешь понимать его. Понимаешь? Только когда ты будешь что-то делать для гуру, ты сможешь понять его настроение, все остальное. Вот мне там наболтали, что я, так сказать, гуру мной недоволен. Я был в ужасе, как же, 10 лет. Я на самом деле делал то, что ему нравилось. И не делал то, что нравится мне. Я бы, может быть, где-то в Америке хотел, правда, меня в Америку приглашали много раз. А мне говорили, нет, Лакшминарайана, езжай в Усть-Кут. Я ехал в Усть-Кут. Я не такой, как вы. Захотел, сел, поехал в Индию, захотел, сел, поехал в Америку. Меня приглашали в Израиль, приглашали в Австралию, приглашали в Германию. Все готово было оплачивать и все остальное. Я ни разу там не был. Но зато я был в Улан-Баторе 5 раз. Совершенно другое. Я делал то, что нравится гуру. А гуру мне сказал, делай то, что от тебя будут просить GBC. Если GBC тебе говорят быть президентом, ты президент. Если GBC говорят, ты региональный секретарь, ты региональный секретарь. GBC говорят туда едь, ты едешь туда. GBC говорят туда, ты едешь туда. Ты должен делать то, что... И сконцентрироваться на их удовлетворении. И гуру говорит, кто тебе сказал? Единственное, чем я был недоволен все 10 лет. Я все 10 лет доволен тобой. Кто тебе это сказал? Это полный абсурд. Я доволен тобой. Я все 10 лет был недоволен только одним, что ты со мной не жил и вместе со мной не путешествовал. Я говорю, а я откуда знал-то? Он говорит, так я же говорил это преданным там тем, они должны были тебе передать, ни разу никто не передавал. И мы приняли, что это устроение Кришны. Гуру сказал, ну значит Кришна так устроил. Я сказал, да, так должно было произойти, зато теперь счастье. Всегда говорят, нет худа без добра. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Зато я узнал, какие у меня отношения с гуру уже точно на 100%. И чувствую себя очень вдохновленным. И сомнения породились не гуру, а сомнения породились другими личностями. Понимаешь? Которые как будто бы там от его имени что-то говорили. Что-то там, переводчики. Переводчики очень такой народ. Они переводят, они ищут слова, которые они знают. Это не то, что они переводят ваше настроение, ваше вот все. Они просто тоже знают, какие слова. Вы там сказали так, они там подобрали что-то примерное, похожее. Сказали, но эта картина сразу размылась. Понимаете, да? Потом тот что-то говорит, если у вас какие-то отношения с переводчиком не сложились, он вам наговорит. Он вам так на перевод не переводит. Он скажет, избегай, пожалуйста, гордости, избегай зависти, а переводчик переводил. У тебя зависть, гордость. Понимаете? Вы спрашиваете, вы мной довольны? Гуру говорит, ну да, я удовлетворен. Переводчик переводит, ну так, ну ничего. И вы опять... Это переводчики тоже. Такая братва веселая. Они свой личный туда вносят. Такова природа обусловленной души. Что-то такое там сказать. И что от себя, чтобы вы поняли лучше, они вам еще от себя что-то говорят. Да. Тот два слова сказал гуру, а они вам целое предложение. Или он говорил очень много, а они говорят, все нормально. 20 минут гуру что-то говорил, они вам переводят. Все в порядке. Поэтому те преданные, которые с годами поняли, что надо непосредственно общаться с духовным учителем, они стали изучать английский язык. Потому что, во-первых, не было профессиональных переводчиков, и переводчики, которые существовали, они очень пристрастны. Понимаете? Вот если вы им не понравились, они вам так переведут. Поэтому вы должны идти с подарками к переводчику, улыбаться, целовать его, дарить ему там что-то, прославлять. И тогда он вам уже переводит все. Там говорят одно, а он будет вам передать. Ничего, ничего, нормально. Они уже так вас благословляют. Татаство. Такого положения.
Поэтому западным людям, несомненно, сложнее совершать такой вид деятельности, потому что очень сильная гуна страсти, мы все выросли в городах. Мало кто из нас вырос в сельской местности, в какой-то за быками там пахали или что-то. Мы все в городах выросли. Очень сильная страсть у нас. И поэтому нас активной какой-то деятельностью занимают. Это садху могут сидеть на Радхакунде, повторять Хари Кришна спокойно, сидеть день и ночь, думать Аштакалия Лила в 8 промежутков времени, в сутках Вриндавана, Дхамы, там, Голока Вриндавана. Они могут помнить там все время обсуждать читание Чаритамриту или Шримад Бхагаватам. Они могут петь Бхагавадгиту, и слезы катятся с их глаз. Мы не можем. Нам надо куда-то бежать, надо женщин спасать. Красивых особенно. Надо красивых женщин спасать. Надо строить что-то, лепешки. Бизнес должен быть. Ау-ау-ау. Мы такие. Поэтому говорят, нет, это Гоштхананди будут. Они весь мир переведут, перевернут. Они будут лезть к каждому встречному поперечному. Надо занять их темперамент, занять их эгоизм, занять их культуру в служении. Не надо им говорить, что они там такие-сякие. Мудрые не беспокоят невежд. Они занимают их деятельностью, проникнутой духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Таков наш темперамент. Мы должны это понимать. Со временем, когда мы очищаемся, гуна благости приходит, человек успокаивается, более становится такой рациональный, спокойный, правильно относится к людям. Какие-то телесные представления уходят из жизни такого человека. Так происходит. Говорится, лес – это благость, город – это страсть, а публичный дом и ресторан – это тамас. Но все наоборот. Горожане себя считают куда более продвинуты, чем деревенские. Так ведь? Видите, здесь в материальном мире все кверх ногами. А те, кто сидит в ресторанах и в публичных домах, они считают, ну это что, лохи какие-то все остальные. Пусть они живут в городе, но они лохи. Видите, все наоборот здесь, перевернуто. Прабхупада четко говорит, что люди, которые ближе справедливое, сердце их по-другому устроено, сердце более чистое. Не уши чистые, а сердце. В городе все наоборот. В городе здесь внешне все чисто, все сверкает, а внутри так там серо, ну все вот это. Кал, моча, там внутри сердца, там вся грязь в сердце. Это городские люди, они внешне очень такие, респектабельные. Это внешне. А в публичном доме там вообще весело. А в ресторане вообще можно плясать. С красной физиономией можно станцевать. Балет. Можно быть 100 килограммов весом и танцевать балет. Видели, как пляшут? Вообще. И так самозабвенно, будто на сцене все. Вот снимите их и покажите им. Вы хотите, чтобы мы показали это по телевидению? Есть вопросы у вас? А я, по-моему, рассказывал уже, или нет? В июне? Я с какого момента здесь был или не был? А как я мог рассказывать, если я год уже не был здесь? Это я тебе рассказывал? Где там? Немножко была Памахарадж. И сам Махарадж не мог рассказывать с вами. А Бхакти Памахарадж не рассказывал? Рассказывал с вами. Ну и тогда что еще могу сказать? Шеф уже все рассказал. И с каким умом настроением он зашел в первый подъезд, с каким умом настроением он вышел, ну, спокойно, по крайней мере, внешне это проявлялось. Но у меня, я рядом стоял, у меня все колотило. И думаю, вы на кого наезжаете? Ага. Вы кого оскорбляете? У меня такое желание было, я честно говорю, дать в лоб.
Думаю, мозги-то не накачаешь, неважно, форма. А тут он перед тобой распинает Священное Писание, говорит, а вы там чуть ли не перед носом двери закрываете и тому подобное. И вот когда я вышел оттуда, то есть я был подавлен конкретно. У меня вот такая голова была, то есть на один дом потратили 2 часа. А тут преданный, конечно, он специалист называл, потому что в последних подъездах взяли одну книгу. Вот. И я сразу так подумал, вот люди, они идут, короче, да, то есть настраиваются на работу. Смотрят объявление, он выучился. Везде объявление. Принимаем со стажем. Работа 3 года. Там без детей, молодец, туда-сюда. Но как он может устроиться, если у него нет еще стажа, он только выучился. Так же, как я. Я какие-то знания получил, а реализации нет. И иду, допустим, на распространение книг, и могу отреагировать неадекватно. То есть людям это не понравится, и у людей о нашем движении будет неправильное мнение, впечатление. То есть о сектантском, туда-сюда. А этот человек говорит, стаж, он уже себя правильно ведет. И вот у меня был такой еще... История произошла в павильоне, там один решил попробовать. Что получилось? Начал проповедовать, он меня слушал, мне на слушающий был. Он говорит, а ты знаешь, кто я такой? Я говорю, кто? А я в Афгане. Был, воевал, там, фарш, мясо видел и так далее. Я говорю, ну это карма. Мы начали его объяснять. Он говорит, карма? Он так резко изменился, и он еще секунд 5, он точно меня завинтил. Силы наши были не равны. Я представил, что отбиваю, ему бью в пятак, и он летит через прилавку. А потом помню, что надо выходить смирение. Как вы расскажете, смиренно дама. Сразу ходи там этого испепелил, короче. И я такой сдержался, зубы стиснул, взял, вышел отсюда. Думаю, Бог ты мой, если бы я сейчас ударил, что было бы. Люди говорили, вот любовь там, все дела. Вот, а книги не берут, бьют, короче. Вопрос в чем? Вопрос в том, что... Ну, подготовить сперва. Качество. Вот. Человек-то мог себя контролировать, а потом будет искать за последние книги. Иначе что-то двух можно ломать. Пусть там не рожу набить, но словом там остановить, да, унизить. Да. Я тоже считаю, что должна быть. Я для чего вам все это объясняю? Как бы психологию. Что нужно учитывать много факторов. Обязательно нужно учитывать, в какой форме. Что разные варны у людей. Люди из шудры, вайши, кшатри, браманы, млечхи, чандалы, яваны. Всякие разные. Очень разные люди есть. И мы должны учитывать их природу при общении. Если мы не можем учитывать природу людей, как мы можем им что-то дать? Иначе мы просто навязываем человеку. Но Кришна, он в материальном мире себя не навязывает никому. Это очень важное понимание, которое мы приобретаем в процессе служения, очищения, что в материальном мире Бог себя не навязывает. Если вы не хотите в Него верить, Бог так делает, что Он от вас скрыт. Вы просто, если вы хотите думать, что Бога нет, Кришна так устраивает, что вы думаете, что Его нет. Если вы хотите думать, что Он есть, Он устроит все, чтобы вы увидели, что Он есть. Понимаете, да? Это зависит от нашего желания. Как мы желаем. Поэтому мы не должны навязывать никому. Мы можем рекламировать, представлять, но мы не имеем права навязывать людям ничего. И неопытные преданные, как правило, это люди очень навязчивые. Неопытные преданные. Они навязывают своим родителям, своим женам, своим детям. Они навязывают. Это сентименталисты, которые постепенно становятся фанатиками. Фанатизм – это фактор разрушения. Фанатики всегда все разрушают. Поэтому нужно быть верующим человеком. Вера подразумевает знания. Знания – это результат понимания. То есть мы должны научиться понимать людей. Может быть, мы не вовремя пришли, не к месту.
Может быть, у человека уже есть религия, а мы его начинаем переубеждать. Мы культурно должны действовать. И наша культура выражается в том, что мы учитываем, с кем мы говорим, что мы узнаем о человеке, что-то быстро очень. Есть такое понятие у санкиртанщиков – зашактить. Зашактить – это значит обрушиться на человека. Он в эти книги берет, деньги отдает, вы дверь захлопнули и быстрее убегаете, пока он, так сказать, не отошел. Поэтому, что произошло? Зачем мне эти книги? О, караул! А вы уже убежали. Вот тогда о нашем движении не очень хорошее мнение. Потому что мы навязываем очень многие вещи. Навязывать и распространять – это разные вещи. Прабхупада говорил, если у вас настроение торговца, или вы думаете, как вы сейчас будете прославлены за это распространение, люди, они тоже, не надо о людях думать, что они хуже нас. Нет, многие люди обладают куда более значимыми качествами природы. И они сразу видят, что мы что-то хотим свое им втюхать. Понимаете? Поэтому нужно быть очень осторожными. Очень осторожными. Мы должны, несомненно, учитывать разные факторы. Учитывать факторы. Говорить спокойно, без нажима. Предлагать. Расписывать как-то так очень. Это зависит от нашей культуры, собственно. Потом мы должны найти свой уровень. Знаете, да? Свой уровень нужно найти еще. Как свой слушатель есть, свой уровень, там то все. А таких, как бы, универсальных людей не так много, которые могут со всеми общаться правильно. Их не так много. Мы видим, одни люди с политиками больше язык общий находят, но не очень находят общий язык с другой категорией людей. Другие с этой категорией находят общий язык, а с этой им сложнее. Поэтому каждый находит своего слушателя, свой круг общения, свой уровень. Понимаете, да? Универсальных, те, кто могут найти со всеми общий язык, не так много. Даже среди духовных учителей. Можно видеть, что один духовный учитель в основном привлекает вот такую категорию. В основном, там есть, конечно, но основная масса вот такого уровня. Другой, вот такая основная масса, третий такая. Понимаете, да, поскольку у каждого есть свой как бы тип, своя форма подачи. Но там та же самая каша, тот же самый продукт. Так и мы должны понимать, с кем мы общаемся. Должна быть школа санкиртанщиков, школа проповедников. Вот я в Иркутске как бы им читал достаточное время, что надо учитывать, как внешне надо выглядеть. Если вы пришли к каким-то людям, у вас ногти должны быть подстрижены, вы должны быть чисто одеты, побриты, аккуратная прическа. Вы не должны там сразу вот так в руках книги держать. Там какой-то у вас портфельчик или сумочка очень аккуратно. Здоровайтесь. Извините, пожалуйста, вы должны правильно разговаривать. Вы должны понимать, куда вы пришли. Понимаете? Так же, как вы по квартирам распространяете, вы должны учитывать, что за человек перед вами вышел. Человек вышел в трусах, а он министр. А вы говорите, раз в трусах, значит, он шудра. Человек, может быть, какой-то занимает пост, вы начинаете его. Или что-то еще. Или вы пришли к христианскому священнику и даже не знаете, что он священник. Что он вышел, такой, здрасте, здрасте. О, Кришна – это Бог, все остальные религии плохо, так сказать, все такое. Мы должны обучать людей, это факт. И те, кто говорят о том, что надо ходить на санкиртан, они должны, несомненно, инструктировать этих людей, объяснять им все эти тонкости психологии людской. Мы теперь нетрадиционное общество религиозное. Когда-то, может быть, до христианской России мы были традиционны, поскольку ведическая культура каким-то образом здесь все равно существовала. Но в век Кали мы нетрадиционны здесь. Поэтому они считают, что мы врываемся в их храм со собственным уставом. Понимаешь? Поэтому люди достаточно агрессивно относятся. Кто-то положительно относится, кто-то отрицательно. Разные люди. И самое главное, что мы не должны надеяться, что все будут покупать наши книги, брать. Все станут вайшнавами. Нет. Прабхупада говорил, что в современной варнашрамадхарме, то есть когда установится золотой век, там будет место буддистам, христианам и мусульманам.
шаманам будет место. Это не значит, что будут только Харе Кришна. И кто не Харе Кришна, как ты говоришь, тем будем бить в пятак. Нет. Нет. Культура подразумевает, что это дом, в котором могут жить все и жить мирно. Мирно сосуществовать, сотрудничать между собой. Это варнашрама дхарма. Когда есть место всем. Прабхупада говорил, мы не должны критиковать другие религии, прекрасно осознавая, что они в разных гунах материальной природы. Разные гуны. Суть не в том, что мы должны как-то вот, как охотники себя вести. Вот трех зайцев подстрелил, там, пять зайцев подстрелил, или как рыбак, там, вот столько-то рыбы наловил. Суть-то не в этом. Не в количестве, а в качестве. Всегда нужно понимать, еще качество должны проявлять определенные качества. А так иначе мы просто за последователей боремся. Мы ничем тогда не отличаемся от всех остальных. И чтобы привлечь к себе внимание, мы просто критикуем других. Мы не должны так себя вести. Мы просто должны им более слаще и вкуснее рассказать о Боге. Мы должны как бы эту науку им представить, а не просто сидеть и кого-то критиковать. Вот вы слышали там, вот у Папы Римского в Ватикане деньги печатают, а вы слышали православные, там один педофилист оказался, педофил, а вы слышали там, вот они пьют водку. Мы так не должны так проповедовать. Мы просто говорим, вы хотели бы послушать о Боге? А, и начинаете вы говорить, рассказывать какие-то о законе кармы, реинкарнации, а вы слыхали, так сказать, муму откачали там и то есть. Что-то интересное должны рассказывать. Заинтересовать. Четыре, говорится, четыре стратегии у проповедника. Первое – это привлечь, второе – разгромить, третье – сказать, как надо, и четвертое – вдохновить так делать. Поэтому, если вы приходите, первое – вы должны помнить, ваше дело не громить и не критиковать, а привлечь. То есть все позитивное только вы говорите, очень хорошее, приятное. Но если ты думаешь, что все кругом животные, то это атмаван манете джагат. Ну есть, но не надо к животным подходить. Если ты чувствуешь, что он хрюкает, ты говоришь, ты тоже говоришь хрю-хрю, за все благодарю, и идешь дальше. Ты тоже хрюкни ему, так сказать. Он тебе хрю, ты ему хрю-хрю, и все, и в сторону. Зачем? Зачем ты сражаешься с животными? В Библии Христос говорит, не мечите бисер перед свиньями. Не надо, так сказать, напирать на тех, кто, кстати, не в невежестве находится. А мне, дед, ты что? Он, а? Он может быть глухой просто. А, ах ты! Так человек, он может не понимать этих вещей. Он просто искренний христианин. Зачем его перевербовывать? У него есть Бог. Христос описывается в ведах. Иша путра чамам витхи кумари гарбхи самбава. Агам из сама сигинама. А что касается вот пьяны, у меня был такой случай, человек ко мне пришел, при всем этом я неправильно замок сел. А, ну, это вы еще там вот как выяснилось, что это не я сюда, а там мой сменщик. Вот, и я ему говорю, заходите, берите. А он был в гриве пьяный. Я не на ногах стоял, в прямом смысле. Он говорит, да не надо к вам ходить больше. Я снимаю, снимаю и начинаю. Смотри, как она вручную все это, ему на машинке. А, ну сейчас исправимся нормально. И я начинаю ему проповедовать. Но он полностью самогоний. А, находится и вот так. Ну, он пытается меня понять, я был поражен. Люди заходят трезвые, я им задаю вопрос, они такую буквы отвечают. А смысл жизни там туда-сюда. А он напряг мозги и в самости пытался понять благость. И вот ровно час ему проповедовал, через час он вышел абсолютно трезвый. Я писал, короче, адрес, где там лекции проводятся туда-сюда, и он говорит, ну а купить надо, говорит, как классно у вас здесь. И вышел, извинился, и все нормально. То есть я с
Шастра говорится, то, что для одного яд, для другого нектар, и наоборот. Иногда человек в пьяном состоянии куда более продвинут, чем трезвый. Так бывает. Так бывает. И наоборот бывает. То, что для одного яд, для другого нектар. Палкой махать понравилось? Ну, это животное. И я, короче, одному врезал, а потом... И вот с тех пор, когда полгода прошло, я с ним чуть не каждый день встречаюсь, и он мне хребов пьет. Тут только не бей, да? Хребов только не бей. Отношения у нас хорошие, но просадом полгода. Я думаю, что если бы мы били или применяли какие-то физические методы в убеждении людей, то это означает, что мы, во-первых, сами животные. Я не думаю, что это кшатризм. Кшатрия защищает людей. Он не бьет их, он их защищает. Кшатрия, даже если он в равном поединке сходится, он не получает славу. Потому что с равным биться – это ерунда. Но если вы бьетесь с противником, превосходящим вас, и одерживаете победу, тогда вы покрываетесь славой. Поэтому надо понять, что в чем цель кшатри. Кшатри защищает религиозные принципы, и никому не позволено дживахимсой заниматься, ходить бить людей за то, что они что-то не понимают. Терпение, титикшам вакаруникам садху, означает, что мы должны быть сострадательны, терпеливы и милосердны. И говорить им ровно столько, сколько ими может быть понято в данном месте, в данном времени и при определенных обстоятельствах. Понимаете, да? Ровно столько, сколько ими может быть понято, а не сколько нам хочется выговориться, сколько мы хотим перед ним блеснуть там своим чем-то интеллектом. Мы должны им говорить так и столько, сколько ими может быть понято в данное время, в данном месте при данных обстоятельствах. Таков девиз культурного человека. Он говорит ровно столько, сколько понимают люди. И не пытается как-то там что-то в какие-то заоблачные дали уходить, чтобы просто предвосхитить публику, показать, какой он образованный, какой он умный. Сострадание именно в этом проявляется, что человек, у которого в сердце есть сострадание, он с другими общается таким образом, что он все время следит, сколько будет понято. Поймет ли человек? Он сконцентрирован на понимании того человека. Улавливаете? Он использует его природу. Он о нем думает, а не о себе. Конечно, конечно. Несомненно. Желание немедленных результатов – это анартха в сердце человека. Как Прабхупада описывал, что как человек, который вступил в половые отношения с женой, на следующий день требует у нее взрослого сына. Она говорит, какого сына? Он говорит, ну вчера же мы зачали его. Она говорит, так еще кто знает, зачали, не зачали. Потом еще 9 месяцев надо выносить, еще будет он, не будет, как родиться. А взрослого тем более, как эти взрослого. И он говорит, точно что ли? А я думал, сразу взрослые дети выскакивают. Сегодня зачал, завтра взрослый сын уже. Путра. Нет. Терпеливо ждем. Терпение нужно. Сострадание – это значит, мы беспокоимся о их понимании, а не беспокоимся о том, много мы книг распространяем или мало, много людей станут кришнаитами или там вайшнавами или нет. Мы об этом не должны беспокоиться. Мы должны беспокоиться больше, понимает ли нас общество, понимают ли люди о той деятельности, которой мы заняты, понимают ли они наши цели, понимают ли они эту культуру, понимают ли, вот о чем мы должны беспокоиться. О их понимании, правильно ли они понимают это. Это называется культура. А если нам плевать, что они там думают, что они нас говорят, нам чихать на них, значит, мы просто сами животные. И мы можем сказать, а нам плевать, что они думают. Потому что если делать то, что они как бы хотят, то это гуна страсти. Нет. Если мы хотим дать им Кришну, то мы должны очень, очень культурно к ним относиться, очень добропорядочно, поскольку мы
из любви это делаем. Мы делаем это из ненависти. А вы все животные. Вы должны петь Харе Кришна, и большая палка, и вы бьете, и они поют Харе Кришна. Нет. Это абсурд. Это полный абсурд. Уже были такие люди, которые хотели, чтобы кричали: «Да здравствует Ленин! Да здравствует коммунистическая партия!» И кто не кричал, их сразу в концлагерь садили. А? Расстреливали. Это животных превратили еще в более серьезных животных. Вообще-то, в минералы, в растения. Это очень опасно. Все крестовые походы — это очень опасное положение. Так христианство распространяли. Били просто всех и все, и заставляли принимать христианство. Россию так покрестили. Было две категории христиан. Одни христианство принесли святые, а другое христианство принесли как крестоносцы. Как ты думаешь, у кого было больше эффекта внешнего? А? Как думаешь, кто больше покрестил народу? Крестоносцы или святые? Ну, естественно. Естественно. Крестоносцы мили, ну, может быть, человек 10 сделали христианами, человек 20, не больше. А крестоносцы миллионы перекрестили. А? И говорили: ну кто на самом деле слуга Христов? А? И у людей, они люди-то в гуне страсти, они количеством мерят. И они говорят: ну конечно же крестоносцы. И появились мальтийские, ливонские, тевтонские и иезуитские ордена. Они дали подордена разные, и появилась целая ложа. Огромная ложа. И они стали силопером давить. И разную хищать, как через экономику, как через долги свою культуру распространить, как распространять свои щупальца. Почему они хотят обучать другие народы письменности, там-то, культуре? Потому что вместе с этой культурой они дают им свой образ мышления, свой образ жизни. И таким образом их порабощают. Закабаляют, и становятся эти люди вторым сортом. Они работают потом на этих. И все. Дешевая рабочая сила, и так далее, и так далее, и так далее. Рынок очень хороший, сбыта дешевых товаров. Водка, сигареты, там всякая мура. Людям выгодно, что очень много людей пьют, потому что очень большой экономический оборот, то есть товарооборот очень большой за счет алкоголя, наркотиков, распространения оружия, порнографии и так далее. Это дает очень огромную прибыль, потому что люди привязаны к чувственным наслаждениям. И кому-то выгодно, чтобы не распространялась какая-то культура ведическая, потому что там нельзя, это нельзя. А где же вы будете прибыль-то искать? В чем, на чем вы будете строить прибыль? Это ж надо работать, зерно, мед, молоко, там, шелк, это целое дело. Они не хотят ничего, они хотят легко все получать, быстро, быстро, быстро. Поэтому они сознательно снижают культурный уровень своего населения. Сознательно. История, обучают их в институтах, фальсифицируют, чтобы не дать им повыше подняться. И тогда вы просто им распространяете всю эту муру. Всякие мулинекс, там, всякие стиральные машины, они покупают это. Потому что никто руками стирать не хочет. Поэтому никто не хочет убирать, вытрясать коврик. Просто облегчают труд, высвобождают время для чувственных наслаждений. Потом они идут в кино, в бары и все такое. Всякой ерундой. Они прожигают свое время, они преследуют никакой цели высокой. Так они становятся рабами вещизма. Вещи и деньги их интересуют. Это называется мещане. Помните, да, я рассказывал вам стихотворение? Любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Когда высокая какая-то идея есть, а не просто как заработать и наслаждаться. Это очень важно. Поэтому мы так не опускаемся до этого, чтобы просто навязывать кому-то что-то ходить. Мы предлагаем. Предлагать и навязывать – это разные вещи. Вы согласны, да? Предлагать. Вы предлагаете. Вы не хотели бы? Нет. Извините, пожалуйста. Вы вот здесь то-то, то-то. Вы послушайте, пожалуйста. Если вам не надо, просто хотя бы выслушайте. И вы начинаете говорить. И человек, он уже видит, что вы не втюхиваете, вы просто представляете. Вы уже заранее говорите. Если вам не понравится, не берите. Понимаешь? То есть вы уже заранее говорите о своих целях, что мне важно, чтобы вам понравилось. И человек тогда предрасположен.
А если вы говорите, обязательно надо купить, я вот чувствую, что надо вам обязательно купить. А что здесь? Ой, здесь все о Боге, о Боге, о Боге, о Боге. А о каком Боге? Об Иисусе Христе. Да вы что, Иисус Христос, какой Бог? Кришна, Бог, Кришна, Кришна. И вы тут же их религиозные чувства затрагиваете. Или они говорят, что Аллах? Какой Аллах? Ты что, сумасшедший, что ли? Кришна, вот тебе Аллах. И их религиозные чувства затронуты сразу. Так не делается. Поэтому мы должны сами изучить эти книги, сами их прочитать. Прабхупада вообще рекомендовал. Если вы идете распространять какую-то книгу, вы должны ее прочитать сначала. Ощутить, что вам она дала. И тогда вам легче предложить ее. Если она вам ничего не дала, вы говорите, вот вам книга, она ничего не дает. Но если она вам дала, вы говорите, потрясающе, я прочитал, вообще удивительно, прочитал. И у вас глаза горят, вы правда хотите, чтобы человек получил такое же ощущение? И человек говорит, да, ну смотри, поймаю. Вы говорите, пожалуйста, хоть два раза. Книгу даете. Бхагавад-гита, как правило, всем нравится. Вот сколько я замечал, в основном не нравятся распространители, не нравится наше общество, не нравится им порой слово Кришна. Но сама суть Бхагавад-гиты, ее дух, ее вот эта философия почти всем нравится. Потому что люди привязаны, чтобы был не Кришна, допустим, слово Бог. Бог для них нейтральное слово. А еще лучше, если бы там был Христос. Люди привязаны к формам, к именам. Но сама философия Бхагавад-гиты, она всех потрясает. Если вы идете Шри и Шипанишат распространять, вы тоже должны понять, как бы прочитать ее, поразмыслить. И потом вы идете и это настроение отдаете. А когда вы сами, так сказать, кота в мешке там несете, это можно, конечно, так делать, но это не очень. Как вот в столовой, говорит, вот, покушайте, это так вкусно, а вы когда-нибудь это пробовали? Нет. Нет, тогда я не буду. А вот что вы сами, вам что самому понравилось? О, мне понравилось вот это принесите, говорят. Или как вы заходите в какой-нибудь фильм смотреть, вы еще не знаете, какой фильм, и спрашиваете, ну как тебе фильм этот понравился? Очень хороший. А ты что, видел его? Нет. Вы не пойдете уже, да? А какой тебе понравился? А вот тот такой. И вы рассказываете, что... И человек, о, хочу. И он тратит деньги на билет на этот фильм. Вот точно так же Санкиртана. Вы так рассказываете с таким интересом о Бхагавад-гите, о Шримад Бхагаватам, что у человека есть желание купить билет. Вот он, билет. Сколько страниц в этом билете? Вот, билет он покупает. Билет в мир Кришны. Духовный мир. В мир ведической культуры. 599, 600 страниц. Вы говорите, вот 600 билетов вам, и на каждой странице кино. Вы что-то рассказываете, заинтересовываете. Люди даже фильмы ужасов ходят, смотрят. Неужели мы не можем, мы даже ужасы так... А у нас тут ужасов особых нету, и то не берут. Потому что мы не можем так рассказать. Мы должны какие-то спецэффекты иметь также. Да. Мы должны рассказывать им об этих книгах со спецэффектами. Люди ходят, зрелище им нужно. Спецэффекты. И вы расскажете, ой, здесь вообще это обалдеть. Есть еще вопросы? Как ты ходил раньше? Я все время хожу. Я всегда распространяю. Но я рассказал. Вот все. Я вам передаю свое настроение. Я уже все рассказал. Я никогда не хочу никому навязывать эти книги. Нигде. Но я могу о них очень интересно рассказывать. Они говорят, где это ты взял это? Я говорю, вот в этих книгах. Да не может быть. Я нахожу им, говорю, вот. И они покупают сразу. Заинтересовать надо. Чтобы заинтересовать, вы на самом деле должны ощутить вкус сами.
если вы со слюной рассказываете о каком-то... Вы слышали, как мужчина о женщинах говорят? Ой, такая, ой! И тот, который слушает, он говорит, точно, и у него сразу как-то... И, хочешь, познакомлю? Хочу! Но если вы приходите, говорите, да, она такая... Я не знаю, тебе понравится или нет. Ну, кто захочет познакомиться? Также, если вы, у вас слюна прямо там, глаза горят, вы что-то говорите, там логика какая-то присутствует. А не то, что вы что-то говорите, непонятно на каком языке, у вас глаза горят, пена изо рта. Вам скорую помощь вызывают, так сказать. Сейчас как раз будет марафон. Это очень важный момент, что вы не думаете о победе и о поражении, о потерях и приобретениях. Вы думаете, как удовлетворить Шрилу Прабхупаду, как удовлетворить гуру, как Кришну удовлетворить. Кришна доволен, когда мы правильно тоже делаем. Но ошибки всегда будут, это материальный мир. Здесь нету 100% КПД. Знаете, да? В материальном мире нету 100% КПД. Коэффициент полезной деятельности всегда такой. Меньше, чем мы желаем. Привязанность, мы иногда слово вайрагья путаем со словом безразличие. Мы должны понимать, что вайрагья это означает, что вы делаете очень хорошо, но на это не претендуете. Вот в чем вайрагья. А безразличие это когда вы делаете очень плохо, потому что вам плевать, какой будет результат. Так вот, вайрагья это когда вы делаете очень хорошо, и вам это удается, и вы на это не претендуете. Вы это готовы предложить. Все очень просто. Это вайраги. Все остальное – это ложное отречение. То есть мы должны делать с самого начала? Да, несомненно, для удовлетворения чьих-то чувств. Любовь, она проявляется в действии каком-то. А не так, что мы что-то делаем, а то получилось, и мы вот кому-то это... Представь, что ты полюбил девушку. Девушку. И узнаешь, как, что она любит цветы. И ты узнаешь через разных людей, которые ее знают, что она любит розы. И не любит их в пакете, да, в таком как-то вот, ну как же, а любит вот так просто открытыми, да, когда вот будто бы откуда-то оторвали и дают. И ты думаешь, надо ей предложить розы. Ты думаешь о ее чувствах, потому что хочешь отношений с ней. Ты приходишь, начинаешь покупать розы, пока я купил, такие красивые. Приезжаешь и думаешь, не отдам я ей розы. Ты купил их на свои деньги, ты там ехал куда-то. И постепенно уже, с какой стати я буду отдавать? Такие красивые себе возьму. Вот это привязанность. Понимаешь? Ты говоришь о такой непривязанности. Это когда, а что она любит? Она любит розы. Ну и хорошо, флаг ей в руки. Подарю ей бумажные. Или подарю ей что-нибудь такое другое. Вот это тоже тяп-ляп, да? И вы приезжаете, покупаете что-то подешевле, такое, ну, розы. В общем-то, я понял, что вам говорят, она любит розы. А вы думаете, ну ладно, цветы. Так, какие самые дешевые? Вам говорят, да вот, лютики, так сказать. Вот. Тут вот за киоском насобирали, так сказать. Вы говорите, вот, дайте пучок. Сколько пучок стоит, вам говорят? 10 рублей. Вы покупаете пучок этих лютиков и приезжаете. И так вы вроде как бы не привязанные говорите, 10 рублей, пожалуйста. 10 рублей стоит. Чувствуешь? Да. Это что такое? Что за веник? И вы возмущаетесь, вы говорите, вы что? Как какой веник? Это лютики. Вы какую-то песню вспоминаете, а у лилипутика руки словно лютики. Поэтому вы не значит привязываться, вы даете эти цветы, и вы видите, как человек рад. И вот то, что вы доставили удовольствие, приносит вам что? Радость. Значит, близкие отношения. Отношения. И человек, которому вы делаете приятно, он чувствует себя, что обязанным. И вы говорите, пойдем,
погуляем. Я говорю, ну только недолго, только недолго, и вы идете гулять. Потом еще раз ты, а что вы любите кушать? Она говорит, я вот люблю, допустим, там, такое-то мороженое. Он говорит, вы что, там же яйца! Нет, в этот момент вы не говорите, вы покупаете это мороженое, даете. Знаешь, мы входим как иголка, мы выходим как плуг. Потом плугом. Поэтому это привязываться к плодам, это означает, что вы для себя это делаете. Не привязанность к плодам, когда вы делаете для удовлетворения чувств другого, кому вы хотите показать свое отношение. Поэтому вы плоды предлагаете. Улавливаешь? Один человек мне говорил, зачем распространять книги? Вдруг к плодам привяжешься и падешь. Такая психология была. Я говорю, зачем мыться? Все равно же грязный станешь. Все равно же в грязь. Зачем мыться? Зачем жить? Все равно же умирать. Все так можно воспринимать. Совершил ошибку, самокритика, как бы внутри мысли, как насколько допустимо и как долго во времени. Самокритика? Да, внутри как бы. Я не думаю, что нужно критиковать себя, нужно самоанализом заниматься, а не самокритикой. Самоедство – это одно из видов препятствий в духовной жизни. Мы не должны самоедством заниматься. Мы должны анализировать, самоанализом заниматься, но не самоедством. Самоедство, оно становится препятствием духовной жизни. Оно силу, наоборот, забирает. Ой, да у меня такие плохие... Ой, я не смогу. Я еще увидел, какие плохие... Ой, так я вообще, оказывается, не могу. Так вообще, зачем я сюда пришел? Ой, да нет, лучше пойти и напиться. Видите, сила была, а потом вы начинаете самоедством заниматься, и в итоге сила вместе с ним уходит. Вы самоанализируете. Это было неправильно. Так, значит, надо сделать правильно. Вот так. Вот как мы самоанализом должны заниматься. Вы замечали, да, самоедов видели? Ой, да я не смогу, не-не-не. Это самоед. Это препятствие духовной жизни. У меня нет качества, у меня плохая карма там начинает. Ой. В шастрах говорится, шудра – это сокрушаться значит. Шудра. Он сокрушается. Ой, все плохо. Млечхи – это те, кто культивирует только религиозность, которая выгодна им. Явана означает тот, кто не следует никаким правилам на самом деле. Есть вопрос? Не так душно, да, вы чувствуете? И поэтому мы дольше сидим. Потому что если было душно, уже все невозможно было сидеть. Серьезно. У кого особенно сердечная недостаточность, было бы вообще очень тяжело. Кто? Ага. Я на какой остановился-то? Родство. Потом старший по положению. В обществе, значит, директор там или кто-то там, начальник какой-то, такое старшинство есть. То есть то, что мы говорим, старший по званию. Потом есть старшие в знании, имеется в виду в информации. Они более проинформированы, поэтому, так сказать, тоже их. И есть старшинство, кто раньше получил милость духовного учителя. Ну, в полном смысле этого слова. Не внешне, а в полном. Люди-то не понимают порой, что такое инициация, думают, раз, вот четко дали имя, поменяли, все, инициация. Нет, инициация в полном, это внешняя сторона инициации. Внутренняя сторона инициации – это другое. Посвящение, то есть вы просвещены, вы предались. И
также есть старшинство, которое называется опыт. Человек может быть более старшим в опыте. У него больше опыта. Рупа Госвами описывает 4 категории людей, которые способны получить милость Кришны в этой жизни. Первый, он говорит, это простодушные. Простодушные, простые люди. Без всяких кренделей, простодушные. Вторые, это склонные к принятию авторитетов. Третьи, получившие милость, искренние. И четвертые, те, кто в прошлом был занят преданным служением. И, несомненно, те, кто в прошлом занимались преданным служением, они быстро старшими становятся, очень быстро прогрессируют. Если вы когда-то катались на коньках, допустим, представьте, вы были мастером спорта, то если вас сейчас вместе, вот, и потом 20 лет вы не катались, и теперь вы собрались с теми, кто тоже не катался вообще никогда, и вас на коньки поставить, сразу увидите, что один прогрессировать начнет быстрее. Потому что он хоть 20 лет назад, но уже катался. Вот так же и в духовной жизни. Если мы видим, что человек прямо не успевает получать инициации, так сказать, уже вообще так продвинут. Просто он в прошлом занимался этим. Либо он получил особую милость. Либо он очень искренний. Либо простодушный. Но очень быстро. Это склонный быстро прогрессировать. Искренний, кто при любых обстоятельствах, это означает в радости, в горе, в славе и в бесславии, в богатстве и в нищете, в жаре и в холоде, он продолжает гнуть линию Кришны. Это искренне называется. При любых обстоятельствах он совершает служение. Искренний, значит, он не обманывает, что он ради чего-то другого пришел. Значит, он пришел ради Кришны. Поэтому прославляли его, он служил. И теперь его все критикуют, он продолжает служить. Это указывает на мотив человека, что он пришел здесь к Кришне, а не пришел за славой или за хулой, там, за чем-то еще. И при этом он очень нравственен. Очень нравственен. Еще есть вопросы? Да. Да, первый описывается уровень отношений с духовным учителем, он называется пратьякша, акша или окша. Акша означает на санскрите глаз. Глаз – это орган зрения посредством виденного или видимого, то есть то, что для нас очевидно. Акша. Пратья означает посредством, посредством видимого. Первый уровень отношений с духовным учителем, мы просто видим, что он рано встает, повторяет 16 кругов. Он сам следует, там не ест мясо, рыбу, яйца, он изучает Писание, он очень много проповедует, он такое, такое. То, что мы видим, то, что акша означает также еще одно, индрия макша. То есть это протягша, когда мы гуру видим, ой, как поет, ой, какая лекция была экстазная, он прям так меня вдохновил, ой, какой он симпатичный, какой у него рост, какой... ой, он все время садхане так строго следует, вообще. Вот это то, что мы видим, то, что видят все и что мы видим, это протягша. Дальше называется парокша. Парокша. Когда вы склонны принимать авторитет этой личности. Парокша, вы принимаете все, что оно говорит, поскольку оно все следует всему, вы принимаете то, что оно говорит. И с опытом вы видите, что то, что говорит духовный учитель, так и происходит. Итак, парокша это означает... Вы очень внимательно слушаете, что он говорит, иногда доверяете, иногда нет, но постепенно вы приходите к выводу, что все, что он говорит, так и происходит. И следующий уровень, апарокша называется, вы теперь верите на слово ему, никогда не проверяете ничего, потому что вера ваша развилась, еще больше доверия. Вера, то есть он говорит, если он так сказал, значит так и есть, но вы не можете это проверить, не можете сами своими чувствами это увидеть. Следующий называется адхокшаджа. Это когда вы спадает пелена, так сказать, этих всех отношений.
И вы способны почти как гуру видеть так же. И вы тогда подтверждаете, или вы удивлены, что у вас было точно такое же видение. Гуру что-то говорит, вот так-то. И вы, ух ты, я тоже так видел. Вот надо же. Это способность. Адхокшаджи это означает, уже у вас собственная появляется такая же реализация. Благодаря. И тогда вы чувствуете, какая милость на вас свалилась, что вас обучил этому духовный учитель. Преданность гуру дала вам это. И еще больше привязанности к духовному учителю. И следующее называется апракрита. Нематериальные отношения. Пракрита означает материя. Все, эти всякие сентименты уходят, все уходит. Нематериальные, значит, трансцендентные взаимоотношения. То есть вы его воспринимаете как представителя Бога, почти неотличного от него. Еще есть вопросы? Поэтому человеку иногда приходится проходить какие-то этапы, протягши, очень долго он на уровне чувств находится. Люди бывают очень визжат, восторгаются, но ничего не делают то, что говорит им гуру. Если вы сегодня, на сегодняшний день расскажете все, что делает этот человек или о себе, как вы, он не примет это как служение. Он просто будет понимать, что у вас беспокойство ума. Беспокойный ум. Может быть, даже им есть какое-то психическое отклонение. Поэтому Прабхупада говорил, что повторение джапы, оно также избавляет человека, если человек внимательно, искренне повторяет джапу, слушает внимательно, не чужую джапу, а свою, как он повторяет, то постепенно у него даже эти психические отклонения могут излечиться. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так своего брата спас. У Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати был старший брат, и он был даунатиком. Знаете, да, болезнь Дауна? И как-то он потерял сознание и впал в кому. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тогда было 8 лет, по-моему, насколько я помню. И он попросил своего отца, чтобы он мог дежурить у кровати брата больного. И он стал воспевать святое имя возле него. И он несколько дней, говорится, по-моему, неделю он сидел и воспевал днем и ночью, не спал, не ел и воспевал. И Бхактивинода Тхакур, он уже стал беспокоиться о своем сыне маленьком. И вдруг он увидел такую картину, как брат вдруг поднялся. И он увидел, что его на лбу появилась тилака, огромная тилака, Рамануджа Сампрадая. Хотя они были Гауди Вайшнавы, а вдруг у его брата, у больного, он сел на кровати, и тилака засияла у него на лбу. Такая широкая, Рамануджа Сампрадая, знаете, да? Такая же большая. Это вот Шри Сампрадая, Лакшми Сампрадая. И он сел, и он заговорил. И Бхактивинода Тхакура открыл дверь и стал смотреть на это. И мать подошла, Бхактисиддханта Сарасвати, и они стали смотреть. И они в ужасе. И он сел так, и у него такой взгляд такой, он как бы ничего не видит, он так сидит. И у него тилака сияет прямо на лбу. И маленький Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он смотрел так на него, улыбался. Сидя. И он сказал, в прошлой жизни я был преданным Шри Сампрадая, и я совершил оскорбление Гаудио Вайшнаву. И за это я получил рождение в семье Гаудио Вайшнава, но как результате оскорбления я получил психическое отклонение. И только теперь я увидел могущество Гаудио Вайшнавов. И когда я увидел могущество Гаудио Вайшнавов, я искренне в сердце попросил прощения у них. И ты меня освободил от этого оскорбления. И он тут лег и покинул тело. То есть отправился на Вайкунтхи. Да, через шикшу гуру у человека могут быть разные шикши, но всеядность это тоже не очень благоприятно. Есть разные разновидности шикшу гуру, разновидности. Мы тоже не совсем так должны как бы метаться от одного к другому. Шикша это когда вы принимаете наставления, а наставления могут быть очень колкими, подрубать ваше ложное эго. Иногда говорят, а что, этого шикшу я уже сменил на этого, потому что вы боитесь чего-то. Страх вас охватывает, какой-то вы не поняли. Нельзя никогда прибегать к решениям, не пообщавшись, не узнав, что произошло на самом деле. Нельзя этого делать. Это говорится, что это не было на самом деле серьезных отношений. Вы просто эксплуатировали этих личностей. Нужно всегда узнать, что произошло, правильно понять.
Как в той истории, помните, я еще раз ее напомню, как лодку браман продырявил, сломал ногу. Со стороны это было ну, не просто нарушение какое-то, ужасно это было. Но он вместо того, чтобы понять, что как-то выспросить, может быть, или подождать, когда будет, он тут же менялся. А вот то он на него боготворил, то тут быстро отпрыгнул. Это дешевые люди, как правило, то есть слабые люди. Дешевые, значит, им еще нет большой цены. Их легко купить. Они на чувственном уровне стоят. Нет большой цены такой. Такой дружбе, такой шикши ученик. Шикши ученик, он так себя не ведет. Да, такое может быть, допустим, шикша бокса, шикша кулинарии, шикша кама-сутры, шикша там, ну чего там еще там, чего-то еще. Это зависит, что за шикшу вы принимаете. Шикша – это означает на самом деле то, что приводит вас к Богу, то, что помогает вам продвигаться в духовной жизни. Это шикша. А эксплуатация – это когда вы какого-то шикшу просто эксплуатируете для собственной славы. Потом его шикшу вы выдаете за свою, какие-то мысли его за свои там, и так далее. И вместо чувства благодарности у вас развивается просто чувство такое, как бы, как стиральная машина, когда она сломается, вот охота ее треснуть. Неблагодарность, а в итоге, ты что, перестала работать? Или там, как он посмел отклониться? Он же мой шикша, он как посмел? Теперь как я буду получать это? Человек о себе беспокоится. Говорится, к шикша-гуру надо относиться как к гуру. Это шикша, это означает тот, кто вас вдохновляет, в ком вы черпаете источник вдохновления. Он вам что-то говорит, рассказывает. Как... Вы видите, что он так четко подмечает, он так эти ситуации рассматривает. И вы прямо учитесь у него. И факт, что вы приходите к выводу, что основная часть вашей собственной реализации построена на общении с этой личностью, тогда значит он ваш шикша. И вы должны к нему относиться как к гуру. Такова гуру-татва. Таков этикет. А поскольку вы, так сказать, негодяй, то этикета не проявилось. Вот и все. Но в будущем каждый грешник имеет будущее, и каждый святой имел прошлое. Это ошибка, надо тут же, говорится, преданный должен извиниться, как бы покаяться. Пакос означает переродиться, переосмыслить, проанализировать, изменить какие-то отношения. В духовной жизни всегда шанс остается. Нет шанса только тогда, когда уже вмешивается что-то другое. Пыль вайшнава вмешивается. Вайшнав, говорится, мягкосердечен, он простит любого. Но пыль она не простит. Пыль – это значит другие живые существа. Они не простят. Потому что солнце было свидетелем, огонь был свидетелем, воздух был свидетелем, вода была свидетелем, параматма была свидетелем, день был свидетелем, ночь была свидетелем, звезды были свидетелем, земля пришла в свидетели. Они не простят этого оскорбления. Даже если вайшнав простит, они скажут, а мы нет. И какую-то кознь устроят этому человеку. Поэтому вайшнав, когда он прощает, он еще молится. Он говорит, пожалуйста, вы все свидетели, простите его. Потому что я прощаю, не надо, пожалуйста. И они думают. Ну что, они там между собой. Будем его прощать, этого. Недотепу этого, недоучку. Но он же просит. Да он что, он всех прощает. Давайте его накажем все-таки немножко, чтобы ему было неповадно. И они говорят, ну давайте. А как накажем? И они думают, как наказать еще. Лишим его общения. Все. Или что-то еще. Лишим его вкуса. Давайте прекратим ему помогать в духовной жизни. Пусть он станет гордым. И тогда его сломит кто-то, срубит, пусть ему больно станет. Пусть он пострадает за свою гордость, за свою глупость. Или что-то еще. Или могут сказать, ну ладно, он просит, чтобы мы его простили, молит. Этот вайшнав очень хороший. И мы говорим, да, он смиренен. Ну, давайте не будем ничего ему делать. На первый раз простим. Там же тоже живые существа. Вы не думайте, что только мы слышим. В Бхагаватам описывается, сколько свидетелей нашему поступку. И они...
А они даже слышат, как мы оскорбляем, поскольку они тоже вайшнавы. Ваю, Ваю вайшнав, Агни вайшнав, Пхуми вайшнавини. Понимаете, да? Они вайшнавы, и когда при них кого-то оскорбляют, вайшнавов, они тоже терпеть не будут, потому что их задача, если вас, при вас кто-то это совершит самоубийство, отрезать язык обидчику, как бы убить его или покинуть это место. Если вас Ваю покинет, вы умираете. Потому что жизненный воздух – это Ваю. Все. Прана Ваю. Или дисбаланс. Вы становитесь сумасшедшим от этого оскорбления. У вас психические отклонения начинаются. То одно, то другое, вас то туда, то сюда. Миражи какие-то появляются, какие-то галлюцинации. Кришна к вам все время приходит, говорит, ты моя гопи. Они, дураки, не знают, что я гопи. Но у вас какое-то привидение пришло, поцеловало в лобби. Поцеловала в черепок. Чпок! И не больше. Да. И ваша зависть просто усилится. Какое наказание, говорится, самое страшное? Ваша зависть усиливается. Ваше неудовлетворение усилится. Это значит, вы получили реакцию. Покинуть это место. Не выгнать, сказать, вы знаете, я не хочу этого слушать. Если вы не прекратите, я буду вынужден попросить вас уйти. Вы меня простите, пожалуйста, но я не хочу слушать. Человек говорит, этот вайшнав очень дорог для меня. Я не знаю, что про него там говорят. Для меня он очень дорог. И я не хотел бы, чтобы при мне кто-нибудь говорил о нем в неуважительном тоне. Так действует вайшнав, который образован. Иногда человек по простоте души, он веление сердца. Он говорит, как этот человек меня столько вдохновлял, он делает, сейчас о нем плохо говорят. Он говорит, что бы там ни говорили, для меня, и при мне не говорите этого. Так. И он говорит, я отойду от вас, я с вами не буду общаться, если вы будете так себя вести. Это зависит от того, что вы за человек. Сколько в вас коэффициент этой благодарности, сколько в вас нравственности. Это как если по вашим отце или о матери кто-то другой говорил плохо. Это вас задевает, так ведь? Вы же не будете находиться в месте, где вашего отца всяко разно оскорбляют. Так ведь? Если вы не сможете их защитить как-то, вы просто уходите и говорите, ты сволочь, обо моем отце больше так не говори. Значит, я сейчас, так сказать, вот тогда можно в пятак бить. Да. Говорится, обязанность вайшнава гневаться. Обязанность вайшнава гневаться. Когда его лично оскорбляют, обязанность вайшнава быть смиренным и слышать в этом голос Кришны. Или принимать это как результаты своей прошлой греховной деятельности, что карма навалилась. В этой жизни я этого не делал, но сейчас на меня так все говорят, просто карма пришла. И он терпит. Но когда по отношению к другому, в его присутствии другого вайшнава оскорбляют, он должен проявить все виды гнева. Если он не проявляет, он разделяет часть этого оскорбления и получает также реакцию. Тогда Дакша, он стал оскорблять Господа Шиву, никто его не остановил. И поэтому все получили по голове. Все абсолютно. Там сидели мудрецы разные, все. И Дакша говорил о Господе Шиве в непочтительном тоне. И все, кто стали слушать, и никто не покинул, не встали, не ушли, а они оставались слушать. Все они разделили с Дакшей что? Реакции. Кому оторвали усы, кому выбили глаза, зубы выбили, кого лишили, так сказать, возможности вкушать пищу и сказали, ты будешь вкушать теперь там и только своих учеников. Описали их, обкакали, избили их, как собак всех. Да, пришло, Господь Шива выдрал волос из своей головы, прочитал заклинание, захохотал, как сумасшедший, и появился Вирабхадра, олицетворение ложного эго, кого? Дакши. Дакши был. Такой ложняк у него был, что вот из-за этого... Он сказал, пусть вот это ложное эго. И там Вирабхадра появился, такая огромная личность. Вот какой ложняк уже развился. Какая гордыня. И он положил его на алтарь и хлесь ему голову отрубил. И козлиную голову. Все. Козел.
И Дакша с козлиной головой остался. И тогда Пхригу успел влить масло в костер. И появились полубоги Рипху. Полубоги Рипху – это жители Сатья-Локи. Всех жителей и граждан Сатья-Локи называют Рипху. И они появились. Они самые могущественные во Вселенной живые существа. И они разогнали всю эту шушеру. И восстановили порядок. И Дакша, когда он очнулся, он увидел Господа Шиву, заулыбался своей козлиной мордой и сказал: «О, Господь, я понял, что ты не только не лишил меня своей милости, а пролил на меня милость, проучив меня». И он стал возносить молитвы Господу Шиве. Иногда так приходится с обидчиками поступать. Но Шива не думал: «О, меня оскорбляют» или что-то. Нет, он так не думал. Он не думал. Шива проучил его как гуру. Потому что, говорится, Шива является духовным учителем всего мира. Потому что он великий вайшнав. Поэтому он всегда поет: «Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Есть такой баджан, где Брама поет: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари». А Шива: «Хари Рам, Хари Рам, Рама Рама, Хари Хари». Брахма опять: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари». А Шива: «Хари Рам, Хари Рам, Рама Рама, Хари Хари». И они поют так. Они преданные Господа. Нужно помнить, если нам духовная жизнь дорога, мы не должны быть такими недотепами. Иначе все будет разрушено, только одно внешние атрибуты. Ничего не принесет. Притворяться никто не может всю жизнь. Рано или поздно вам придется вывалить, кто вы есть на самом деле. А вот вопрос к этому. Если мой шикшагуру отклонился, то я не должен с ним общаться вообще? А как вы узнали, что он отклонился? От чего он отклонился? Это уже зависит от ачарьи. Если он ушел в другую сампрадаю, конечно, лучше. Человеческие какие-то отношения можно сохранить. А но да, да. Ну, естественно. Мы ж люди, да. Общаться — это значит не очень серьезно воспринимать его слова. Но испытывать к нему какие-то человеческие чувства. То есть вы не должны быть уже в статусе шикши ученика по отношению к нему. То есть полностью прекратить... Не то чтобы вы не прислушаетесь, но вы уже не так серьезно относитесь к тому, что он говорит. Но общаться можно, да? Общаться — это значит серьезно слушать то, что говорят. В русском языке нет такого, как бы, вот этих разделений. В санскрите есть. Садху-санга — это садху, общение с садху. Значит, очень серьезно надо воспринимать. Или мукта-санга — это означает тем, кто стремится к пути, идет по пути освобождения. Это санга. А есть праджалпа санга, когда вы общаетесь на мирские разговоры. Ну, типа вы у него спрашиваете: «Чего, как-то у тебя не болит там, ничего, все нормально?» «Да, чего, как ты? У тебя что, деньги есть, может быть, тебе чем-то помочь?» Шикша ученик, он остается всегда благодарным. Он не гуру-друха, что использовал и выкинул. Понимаете? Он относится как к гуру. Это означает, что если гуру ему помог перейти через какое-то, это не значит, что он сказал: «О, все, спасибо, иди отсюда». Нет, он остается так же ему благодарен всю жизнь. Всю жизнь он остается благодарен. Это как люди, которым родители вырастили, их выкормили, они потом, когда все, идите отсюда, уехали. Это называется как гуру-друха. Отклонение — это не значит, что он нарушил какой-то принцип свободы. Билвамангала Тхакур вообще женщин обожал до посинения. Билвамангала Тхакур не мог пройти ни мимо одной красивой женщины. Как только он видел красивую женщину, все. И он шел за ней. И стремился получить что? Секс с ней. Очень сильно хотел секса с ней. И при этом он был чистым преданным. Великой преданной душой. Что сделаешь? Какие-то могут оставаться еще анархи. Випра Нараян. Есть очень великие вайшнавы, которые пили вино, ели там что-то, дрались,
что-то еще там с ними происходило, но они при этом оставались очень дорогими для Кришны. Очень дорогими для Кришны. Преданными. А Джамила, уж насколько уж он, сколько грехов натворил, он остался очень близким для Кришны, дорогим. Кришна был благодарен ему за то, что он в прошлом совершал служение мучи. Был чистым браманом, значит, чисто поклонялся ему. Но потом он не обратился в проблеме к гуру. Как мы узнаем, что человек очень квалифицирован? Он понимает, что у него есть такая вера, он свои проблемы решает духовным способом. Это означает, что он очень квалифицирован. Понимаете? А Джамила не смог свои проблемы решить духовным образом. Он потерял поэтому квалификацию. Когда человек, на него наваливается проблема, он решает ее при помощи духовной, и у него это получается, считается, что он сделал еще больший прогресс, чем был раньше. Улавливаете? Он еще более становится продвинутым. Поэтому за него уже дают двух таких, которые, какие он был раньше, какой он был раньше. Теперь он такой, что за него надо вот таких двоих давать, как он был до этого. За одного битого двух небитых дают, говорит Прабхупада. Что он, попав в проблему, при помощи сознания Кришны смог преодолеть эту проблему. Не при помощи мамы, папы или чего-то, а при помощи отношений с гуру, шастрой и садху. Нашел прибежище в этих личностях. И такая вера у него, что они просто ему сказали, и он тут же изменил. Все, ушла проблема. Это говорит о том, что у него очень сильная вера. Почему Калидас получил милость Господа Чайтани? У него была сильная вера в вайшнавов, в остатки их пищи и в чаринамриту, которые омыли их стопы. Сильная вера. И человек, который был вообще на самой низшей уровне ступени, он получил то, чего не получил никто. Ни до него, ни после него. Он получил чаринамриту лично Господа Чайтани. И Господь Чайтани, нахмурив брови, все равно ему позволил ее пить. И когда он третий раз поднес, он сказал, ну хватит уж. Достаточно. И тот сказал, ну. Поэтому Калидаса прославляют, что он величайшая личность, имеет такую веру, он великий. Нам пыль только, говорится, кто слушает этот рассказ, значит, сердце его очищается. Просто слушайте Калидаса, это значит уже очиститься, не говоря уж там с ними услужить как-то, кто-то его видел. Это квалификация. Это знание. Значит, у человека есть знание, при помощи которого он переплыл океан мирского бытия. Из чего состоит океан? Из этих проблем. И при помощи знания человек преодолел эти проблемы. Какого знания? Трансцендентального знания. Никто не бежит, когда у них проблемы. Они бегут ради Гауди, Мат, куда-то бегут, убегают. У них нет веры ни в гуру, ни в других вайшнавов, ни в кого. Они разбегаются, как тараканы с тонущего корабля. Они прибегают к каким-то другим способам. Ну и то, как-то уж они там где-то остаются на плаву. По крайней мере, они не ушли, вообще не стали бандитами или кем-то. Ушли в Гаудимат. Ну и то хорошо. Другие вообще, так сказать, решают проблемы свои. Очень странным образом. Очень странно. Поэтому мы, так сказать, увидев, что в итоге, мы можем только еще раз укрепиться в вере в какую-то личность. Что, о! Потому что никто не застрахован от каких-то потерь, поражений, каких-то отклонений. Ни один человек не застрахован. Поэтому описывается, что великие вайшнавы ошибались, так сказать, что-то с ними происходило, то, все. Потому что те, кто сейчас еще ничего это не пережил, они, им суждено пережить это. Просто они еще не подошли к этому уровню. Экзаменов для них не существует. У них нет особой привязанности к гуру там, или что-то еще. Так, ну приняли, ну так. Лишь бы не уйти, потому что уж привыкли как-то здесь, так сказать, тереться. Как ты говорил, и правда было, говорит, толку с него, как с козла молока. Ну и однако же вреда никакого. Жил на выпасе возле озерка, не врываясь в чужие владения. И решили сделать козлика, из козлика козла отпущения. Знаете, есть такое. У людей бывает, люди привязываются к храмовой жизни не потому, что здесь Кришна или что-то, а страх перед тем, как я пойду теперь туда. Страх – это обременение, что меня заставят работать, будут меня там так, все, пятое, десятое. А здесь же можно сидеть так, со свое удовольствие, все. Ну, есть людей страх перед жизнью есть. Как вот семейная жизнь, страх семейной жизни – это ответственность.
Дети, жена, ты за них отвечать, работать их, содержать. Лучше буду брахмачарин. И буду смотреть порно-журналы, так сказать. Заниматься механической любовью. Болезнь йогов ее называют. Патанджали называют. Это болезнь йогов, отшельников. Шаловливые руки. Знаете, да? Бхагаватам или Махабхарате. Один мудрец сидел на берегу, сидел, и вдруг у него семя выскочило. Вот как это он так сидел, странно? В какой позе? Сидел, семя вылетело, так сказать, и попало в реку. Там корова ходила где-то, попила водички, семя раз, а раньше у мудрецов было семя. Хоть кому попадет, сразу беременный станешь. Поэтому не пейте из реки никогда. Кто знает, вдруг мудрец тогда семя сбросил. Нечаянно. Сидел, думал о Кришне, раз с теми выскочила и побежала. Что он там делал, сидел? Он что-то делал, что-то где-то чесал не там. Поэтому Патанджали говорит, это болезнь йогов бывает, которые ложное отречение принимают. Просто они боятся ответственности. Не хотят обременять себя. И у них есть, так сказать, лучшая подруга, рука. Верная рука, друг индейца. Поэтому мы должны осознавать эти тонкости разные. Они бегут просто, они приживаются здесь, и у них толку-то никакого. Ну и вроде их выгонять жалко, они все-таки еще ходят на приветствие божеств, так сказать, стоят. Лепестки кидают прямо, даже подходить уже к алтарю неохота. Да. Гирлянда это одной рукой. Ха! Скоро будет так. Оп! Так, забрасывай. Оба! Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Все. В раковину будут дуть. А другие так откровенно просто. 10 лет на них смотришь, они все с раковиной пуджарят. Вы представляете, Арджуна с Кришной выкатываются на Курукшетру. А Арджуна достает свою Девадатту, Кришна достает свою Панчаджани, великие раковины. Кришна сначала. У Кауров. Потом Арджуна. Сейчас вам что? Очень страшно. Это пока вы не научились, вы хлопаете. Ну, 10 лет вы живете, думаете, что все это лучше хлопаете. Надо дуть в нее. Она должна звучать. А не ходить. Что это такое? Спасибо. Хари Кришна. Я думаю, закончим. Гран Шримад Бхагаватам класс. Ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай. Шишини Тайни Майсундра, ки джай. Гоуры Прамананды, Хари Харибол. Спасибо большое.